Всем добрый вечер. Во-первых, пожалуйста, отложите тяжелые предметы, чтобы не было соблазна бросить меня чем. Вот, на самом деле, большое спасибо, Максим, за приглашение. Я с огромным удовольствием постараюсь вам рассказать простым, насколько я смогу, языком про сложные вещи. И, честно говоря, впервые выступаю перед немедицинской аудиторией. Я долго готовился. Обычно я не готовлюсь к своим лекциям. А тут я думал, что я должен сказать. Но, как говорил один из моих учителей, если ты 8-летнему ребенку не сможешь за 5 минут объяснить всю сложность того, чем ты занимаешься, значит, ты сам в этом ничего не понимаешь. Вот. Поэтому я постараюсь вам... Сколько у нас? 4,5 часа, за которые я постараюсь вам это... А? Да. А потом бежать. Постараюсь вам рассказать про сердце. Почему это важно на самом деле, если переходить к серьезным вопросам? Потому что сердце... Я кардиолог, и это часть моей профессии. Но на самом деле сердце все-таки, наверное, самый важный орган у нас в организме. Потому что мы живем за счет сердца, мы любим сердце, мы страдаем сердцем и так далее, и так далее. И человек считается живой, пока его сердце работает. Так же, как и ребенок считается уже плодом, когда сердце начинает биться в животике у матери. Поэтому сердце очень важно, с одной стороны. С другой стороны, мы о сердце очень мало заботимся. Кто-то потому что не знает, кто-то потому что знает, но боится. Кто-то потому что попал к плохому доктору. У кого-то, к сожалению, есть врожденные особенности, которые приводят к нарушению жизнедеятельности и работоспособности сердца. Вот это все мы постараемся разобрать. Я сам себе написал какие-то вопросы, на которые я отвечу. И, как мне казалось, которые бы вы хотели мне задать. Ну и, конечно, я постараюсь ответить на любые вопросы, которые у вас возникнут по поводу сердца, сердечно-сосудистой системы. Ну, если у вас какие-то другие вопросы по медицине, я на них, наверное, тоже смогу ответить, постараюсь. Поэтому я буду задавать вопрос и сам же на него буду отвечать. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы их записываете и в конце сможете их задать. Если у вас такой горячий вопрос, то, опять же, можно поднять руку и задать этот вопрос, если вы не хотите ждать или чтобы вы не забыли. Вот. Итак, мы начинаем наш разговор про сердце. Сердце – очень сложный орган. На самом деле очень-очень сложный, и оно работает всю жизнь. Если посчитать, давайте вот просто вместе посчитаем. Постараемся сделать это интерактивно. Какой средний пульс у человека? 65-70. В минуту. Значит, сколько раз в час сердце сокращается? 400. Ну, 400. Это сколько получается, сейчас все достанут калькуляторы, сколько будет в месяц? Чего 400? 3600. Ну, 4000. 4000, да. Сколько будет в месяц? В общем, да, они не занимались физикой и математикой. Да. Вот. Но я потом в конце тоже перейду автоматически на грузинский язык, потому что я русский язык. В общем, за человеческую жизнь примерно средней продолжительности сердце сокращается 3 миллиарда раз. И оно не устает. Оно работает, работает, работает и перекачивает огромное количество крови. За одно сокращение, опять же, математика, сердце выбрасывает примерно, вот мы здесь все люди среднего размера, примерно от 50 до 70 миллилитров крови. Это значит, сколько оно... 60 ударов в минуту, чтобы было проще. 50 миллилитров крови – это минимум. Значит, сколько это в минуту? 3 литра. Хотя считается, что норма 4,5 выше, но 3 литра. 3 литра крови в минуту – это сколько в час? 170. Значит, если это представить в размерах человеческой жизни, это будет много миллионов литров крови. Мы об этом не задумываемся. Но это очень важно, и поэтому сердцу нужна помощь. Сердце качает кровь по человеческим, по кровеносным сосудам. Как вы думаете, какая длина сосудов в организме взрослого человека? Если их всех сложить. А? 40 километров. Какие еще варианты? М? Экватор? Экватор это сколько? Нет, 26 это нет. 26 это... Нет, длина сосудов человеческого организма примерно 100 тысяч километров. Это 2,5 раза вокруг Земли. Не 100 километров, а 100 тысяч километров.
А? Да, всех сосудов. Чтобы вы представляли. А? Одного человека. У одного человека, ну, вы миниатюрная, поэтому у вас может быть 90 тысяч. У меня 100. У большого человека может быть еще больше. И через каждый этот сосудик должна пройти кровь, должна отдать кислород, должна отдать питательные вещества, должна забрать весь мусор, который образуется в тканях, пропустить это через печень, затем вернуться уже очищенное в сердце, попасть в легкие. Сейчас я вам это все расскажу. Сердце работает всю жизнь, опять же. Мышцы не работают всю жизнь, головной мозг не работает всю жизнь. Почки работают, но как бы они не движутся хотя бы. А сердце еще и движется, поэтому, в отличие от всех остальных, это не трехмерный, а, как мы говорим, четырехмерный орган. И устроено оно очень сложно. Очень сложно. Конечно, неврологи говорят, что самое сложное – это мозг, гастроэнтерологи, что кишечник. Урологи тоже что-то говорят. Но мы-то знаем, что сердце – это самый сложный орган. И плюс, какая еще история с сердцем? Если происходит какая-то катастрофа, то заканчивается обычно плохо. Если травма, то можно пережить, да, можно быть ограниченным, может поболеть. Но от этого сложно умереть. Тот же инсульт редко убивает. Чаще люди становятся инвалидами, но они остаются живы. Ну, гастроэнтерология, гепатология, урология. Даже онкология не убивает сразу. А сердце, если что-то происходит серьезное, тот же инфаркт, то примерно 80% людей умирают в течение первых 24 часов. Как говорил Воланд Берлиозу, сидя на скамейке на патриарших прудах, Берлиозу он говорил это или бездомному? Берлиозу? Дело не в том, что человек смертен, а дело в том, что он смертен внезапно. Помните? Вообще в «Мастере и Маргарите» это столько медицинских совершенно отрывков. И вот к сердцу это относится в полной мере. Я рисую плохо. У меня слайдов не будет. Я буду все рисовать. У меня очень много слайдов, поверьте, вот Лена знает, много миллионов. Но сегодня я постараюсь вам рисовать. А, чтобы научиться рисовать. Б, чтобы как-то с вами все это обсудить. Значит, сердце состоит из четырех камер. Из двух половинок, левой и правой половинки. Да, если вы представить вот так, то вот оно выглядит примерно... А? Сильнее нажимать. А, видно? Дальше буду сильнее нажимать. Значит, левая половина и правая половина. Это главная камера, левый желудочек. Это, соответственно, правый желудочек. Это правое предсердие. Это левое предсердие. Обычно рисуют наоборот. Обычно левую рисуют справа, правую рисуют слева, но я рисую, чтобы было проще. Кровь притекает в левое предсердие из легких. Обогащенная кислородом, потому что главная функция крови – это доставлять кислород. Кровь доставляет и кислород, и питательные вещества, и микроэлементы, и в крови находятся все элементы иммунной системы, и свертывающей системы крови и так далее. Но все-таки главная функция – это доставка кислорода, который обогащает кровь в легких, затем из левого предсердия кровь попадает в левый желудочек, а из левого желудочка через аорту – это совершенно не так, как в человеке, просто я рисую схему. Разносится по всему организму. Затем, то есть она попадает в руки, в голову, потом идет вниз, попадает во внутренние органы, в почки, затем идет в ноги. Там она дает кислород, забирает углекислый газ, забирает продукты распада. Я думаю, все это вы прекрасно знаете. По дороге эта кровь проходит через печень, она очищается. По дороге она проходит через почки, и шлаки выводятся с мочой. И затем вот эта кровь, которая практически чистая, но богатая углекислым газом, возвращается в правый желудочек. Мы ее нарисуем синим цветом, потому что она темная, венозная кровь, она такая темная. Ой, я прошу прощения, что я вам нарисовал? Меня никто не остановил. Она возвращается, конечно же, в правое предсердие. Из правого предсердия она попадает... Потому что кроме вас никто не знает. На самом деле возвращается. Помните анекдот про Ржевского, который приехал из Лондона на Бентли и с деньгами? Он говорит, откуда? Его спрашивают.
Василий Иванович, этот поручик спрашивает, откуда? Я выиграл, говорит, в покер. А как? Ты же никогда не играл в покер. Ну, мы раздали карты, все взяли, потом положили, и кто-то один взял весь банк. А я спрашивал, а почему вы карты не проверяете? Он говорит, а у нас аристократы, у нас лорды, мы доверяем друг другу. После этого мне поперла карта. В общем, я понял, что я могу говорить все, что угодно. Кровь попадает в правый желудочек, и из правого желудочка она затем идет уже в легкие, вот сюда, где отдает углекислый газ, забирает из воздуха, который мы вдыхаем, кислород, ну вот этот процесс идет. Таким образом, у нас два круга кровообращения. Большой – это когда кровь выходит из левого желудочка, идет по всему организму и возвращается в правый предсердие, это большой круг. Потому что он большой. И малый, он намного меньше, когда кровь выходит из правого желудочка, она идет только в легкие, обогащается там кислородом и спускается в левое предсердие. Так это устроено. Теперь мы поговорим уже про левый желудочек, поскольку это главная наша камера. И все, что происходит нехорошее, к сожалению, чаще всего происходит с левым желудочком. Это та камера, которая качает кровь через весь организм. Левый желудочек устроен очень интересно. Он выглядит примерно так. На самом деле, нет, это не шутки. Левый желудочек выглядит примерно так. У него два клапана, митральный клапан, через который кровь приходит из левого предсердия, вот здесь левое предсердие, и аортальный клапан, через который кровь выходит в аорту и потом разносится по всему организму. Ну вот, на самом деле, никто ничего не придумывал. Сердце выглядит именно так. Ну и, конечно, он имеет определенную стенку. То есть это довольно толстая стенка. Очень интересно, что кровь, которая попадает из митрального клапана в левый желудочек и выбрасывается в аорту, вот эти два потока крови, они никогда не смешиваются. Не знаю, кто-то бывал на мысе Доброй Надежды в Кейптауне? Пока нет. Там еще не там бегают. Там классный марафон. Там классный. Я к чему говорю? Вы, наверное, видели, может быть, в других местах, где две реки или два водоема, и вода не смешивается. Вот есть, ну, я, по крайней мере, видел, есть такие места в Грузии, в Индии я видел. Вот, вода не смешивается. Вот здесь тоже притекает кровь, и затем она вытекает сюда, и эта часть крови, они не смешиваются. Причем кровь не просто притекает из митрального клапана в левую желудочку, она еще очень сильно закручивается. Она становится такая спиралевидная. Этот поток идет спиралью. Мы знаем, что есть огнестрельное оружие гладкоствольное и нарезное. Гладкоствольное, где вылетает какой-то шарик оттуда, и прицелиться невозможно, и летит недалеко. А нарезное, там в стволе есть нарезы, и пуля ввинчивается в нарезы, она начинает вращаться, и от этого она летит намного дальше, с большой энергией. То же самое происходит и с кровью. В сердце, в левом желудочке, во время присасывания левым желудочком крови, кровь с большой скоростью попадает сюда, и она закручивается вдоль очень сложной внутренней поверхности сердца. И она закручивается, ударяется об верхушку, вот эта верхушка, и затем вот так же спирально уходит в аорту. Это очень интересно, мы сегодня можем это видеть на разных приборах, на магниторезонансных томографах высокого разрешения и так далее. Не буду в это углубляться, но в организме, чтобы вы знали, каждая какая-то деталь очень точно и очень тонко продумана, кем или чем, мы этот вопрос оставим на потом. Вот так это все устроено. Это анатомия. И гемодинамика, я вам рассказал, как кровь попадает в левый желудочек, он присасывает его из левого предсердия, затем он сокращается и выбрасывает эту кровь в аорту. Клапаны, как вы знаете, это устройства, которые пропускают что-то в одном направлении, газ, воду, нефть, сахар, масло, кровь, и не пропускают в другом. Поэтому в норме кровь идет всегда в организме только в одном направлении, если нет патологии клапанов. В сердце, как я сказал, 4 клапана, в организме вообще еще очень много клапанов, есть клапаны в венозной системе и так далее, и так далее. Вот так это устроено. Следующий вопрос, как это работает? Как это работает, я вам тоже рассказал. Значит, сердце, кроме того, что это механический орган, это насос, а сердце еще и электрический орган. И когда мы пациенту снимаем электрокардиограмму, мы регистрируем электрическую активность сердца. В сердце есть так называемая батарейка или синусовый узел, который расположен в правом предсердии.
и с какой-то определенной частотой этот узел генерирует электрический разряд. То есть там включается какая-то такая лампочка. И от этой лампочки потом начинает работать все сердце. Поскольку сердце — это мышца, мы знаем, что если сунуть пальцы в розетку, то у нас немножко тряхнет. И вот так 60 раз в минуту или больше сердце трясет, оно сокращается из-за того, что генерируется потенциал так называемого действия в синусовом узле. Соответственно, электрическая активность сердца тоже очень важна, и нарушение электрической активности сердца приводит к аритмиям разным. Про них мы тоже поговорим, поскольку очень много людей жалуются на аритмии. Теперь, как сердце кровоснабжается? Как я сказал, сердце получает кровь, правые отделы получают венозную кровь, где ничего хорошего нету, левые отделы перекачивают артериальную кровь, яркую, красную, богатую кислородом, но от этой крови сердцу нет никакой пользы. Сердце не питается этой кровью. А сердцу нужно очень много крови, очень много кислорода, потому что это постоянно работающая мышца. И сердце потребляет огромное количество крови. Это одно свойство сердца. И второе, в отличие от всех других органов человеческого тела, миокард или сердечная мышца забирает из крови весь кислород. И поэтому, когда нам нужно больше кислорода для сердца, единственным способом увеличения доставки кислорода является увеличение притока крови. Потому что, когда почкам нужно больше кислорода, они из крови забирают больше кислорода, из гемоглобина. Печень, почки, внутренние органы, головной мозг. А сердце всегда забирает все. И поэтому, чаще всего, если где-то не хватает кислорода в организме, то в первую очередь это отражается на работе сердца. Сердце кровоснабжается через коронарные артерии, которые его питают кровью и которые являются частью артериальной системы. Значит, если мы нарисуем аортальный клапан, да, вот это будет аортальный клапан, от него отходит аорта, наш главный сосуд. Так, я нарисовал наоборот, аорта отходит наверх. Я волнуюсь, вы на меня не кричите. Значит, вот отходит аорта, да, она идет по всему организму, да, потом спускается, делится. Идут сосуды к рукам, к голове и так далее. Вот здесь сердце. И от аорты отходят коронарные артерии, которые возвращаются к сердцу и питают его кровью, так же, как и весь остальной организм. То есть от той крови, которая внутри, сердце не имеет никакой пользы, оно просто как насос ее перекачивает. Что? Никакой диффузии. Есть небольшая диффузия через стебезиевые вены в правом желудочке, но в основном нет, потому что кровь... Я могу сказать второй раз и медленно, да? Но есть так называемые тебезиевые вены в правом желудочке. Но, опять же, кровь протекает с большой скоростью. Из левого предсердия в левый желудочек кровь движется примерно со скоростью до 15 сантиметров в секунду. А вот выбрасывается в аорту со скоростью примерно 1,5 метра в секунду. То есть очень-очень большой скорость. А если это какой-нибудь там порог клапана сердца, скорость может достигать 5 метров в секунду. Представляете, вот кровь выбрасывается из сердца со скоростью 5 метров в секунду. Что, миокард, кажется, это мышца, да? Миокард — это мышца. Миокард — это мышца, причем она, у нас в организме есть две главные мышечные системы. Одна — это поперечно-полосатая, которой мы можем управлять. Это наша скелетная мускулатура. То, чем мы можем управлять, когда мы ходим, двигаемся и так далее. А вторая — так называемая гладкомышечная система, которой мы управлять не можем силой сознания. Это сосуды, это кишечник, это внутренние органы, это мочевой пузырь. Мы не можем, ну, говорят, что йоги могут, но я думаю, что не могут. Сделать так, чтобы вдруг сосуды сузились или расширились, чтобы прошел спазм кишечника и так далее. Сердце по строению, оно похоже на нашу периферическую мускулатуру. Это так называемая поперечно исчерченная мышечная ткань. Но тем не менее мы управлять ею тоже не можем. Хотя, опять же, какие-то йоги или Далай-лама чуть ли не до остановки сердца могут себя довести. Но у нас это не распространяется. И вот эти артерии возвращаются к сердцу, и они его опутывают как корона. Поэтому они называются коронарные или венечные, как венец. Вот поэтому они называются коронарные. Их две у человека, у животных чаще всего одна, у человека две. Это левая коронарная артерия и правая. Большей частью правая кровоснабжает правое отделы, левая кровоснабжает левое отделы. Хотя коронарный кровоток очень сложен, и есть огромное количество мелких переплетений между этими сосудами, поэтому часто даже при большой проблеме в одном из сосудов сердце все равно получает кровоток через другие, так называемые коллатеральные или обходные пути,
и не страдает. Вообще в сердце заложен огромный механизм такой самопротекции. Должно произойти что-то катастрофическое, чтобы с человеком случился инфаркт, например. Или чтобы сердце остановилось. То есть, когда мы говорим, что сердце остановилось, произошел инфаркт, значит, совпало огромное количество неблагоприятных факторов. Потому что ресурс устойчивости у сердца просто, просто гигантский. Да? Инфаркт, можно пояснить термин? Расскажу, да. И более того, одни из первых вскрытий, которые делал, например, Андрей Визалий много-много-много сотен лет назад, и за что потом пострадал, показали, что человек может быть мертв, а когда его вскрывали, сердце еще работало. И, собственно, его обвинили в том, что он вскрывает живых людей, поскольку сердце еще работало. И вот это еще одно свидетельство того, что сердце может работать даже после того, как, скажем, умер весь организм в течение какого-то времени. Инфаркт, по-латински от слова инфарцира. Инфарцира значит нафаршировывать. При этом сердце как бы нафаршировывается клетками крови, которые проникают в умирающую ткань миокарда. Но поэтому, об этом в конце я тогда расскажу, потому что это уже совсем печальная история. Инфаркт, причем инфаркт может быть не только в сердце, может быть инфаркт миокарда, это то, что мы все называем инфаркт, может быть инфаркт головного мозга, который мы называем инсульт. То есть инсульт в медицинском значении – это инфаркт головного мозга. Может быть инфаркт селезенки, может быть инфаркт почки. Инфаркт – это смерть органа или части органа в результате недостатка кислорода. Вот в переводе на такой простой язык. И, соответственно, это может быть в любом органе. Если пережать почечную артерию, будет инфаркт почки. Если пережать селезеночную артерию, будет инфаркт селезенки. Часто бывает инфаркт кишечника, который, к сожалению, очень редко распознается, заканчивается плохо, но тоже там какие-то проблемы с сосудами кишечника. Вот так кровоснабжается само сердце этими коронарными артериями. Они коронарные, еще раз, потому что они похожи на корону. Если вы посмотрите на фотографию, вокруг сердца, как вот эти две левые и правые, от них отходят вот эти зубчики, короны, только вниз. Да? Идет это все вниз, довольно красиво. Я правильно понимаю, что вот эти артерии не нужны только для снабжения сердца? Эти артерии, абсолютно, это система кровоснабжения миокарда. Больше никакой другой функции у нее нет. И поэтому они начинаются в аорте, они очень хитро устроены. В отличие, тогда расскажу еще больше, немного сложные вещи, но интересные. Может, это на следующий курс? А? Смотрите, здесь артальный клапан, который открывается в тот момент, когда сокращается левый желудочек. И когда открывается артальный клапан, он своими створками закрывает устья коронарных артерий, то есть отверстие через... Поэтому, когда сердце сокращается, и давление в нем 120, как и у нас на руке, кровь идет во весь организм, кровоснабжает весь организм, но в этот момент сердце не получает крови. В тот момент, когда оно сокращается, оно не получает крови. И это правильно, потому что миокард сокращается, и туда никакая кровь попасть не может. Понятно, да? Но в тот момент, когда сердце начинает расслабляться, давление падает, артальный клапан закрывается, эти устья коронарных артерий открываются, сердце начинает расслабляться, и вся кровь туда поступает и питает его, соответственно. И в этот же момент сердце наполняется кровью. Тогда еще скажу очень важную вещь про сердечный цикл. То есть сердце, кроме того, что сокращается, оно должно и расслабляться, правильно? Если бы оно все время только работало, оно бы рано или поздно остановилось. Значит, если мы представим... Ну, все видели кардиограмму, да, примерно? Да? Такая штука. Ну, вот так. Вот это сердечный цикл. Это сокращение предсердий, сокращение желудочков. Вот на все это уходит примерно 10 миллисекунд уходит на сокращение предсердий. 100 миллисекунд, еще 220 миллисекунд уходит на сокращение желудочков. То есть систола, момент, когда сердце сокращается, это примерно 320 миллисекунд. Или 0,32 секунды. И вот это время мы изменить практически не можем. С помощью очень больших доз там, бета-блокаторов, определенных препаратов, мы можем чуть-чуть это время увеличить. С помощью адреналина мы можем немножко это время укоротить. Но в целом вот продолжительность систолы мы изменить не можем. А все остальное, кроме систолы, кроме сокращения, это диастола. И в течение диастолы сердце расслабляется, наполняется кровью и отдыхает. Почему это важно? Потом я про это поговорю. Чем реже у нас пульс,
тем больше продолжительность диастолы. То есть если у нас пульс 60, значит, это значит одно сокращение в секунду. Значит, в секунду 320 миллисекунд сокращение. Математика. Сколько у нас расслабления? 680. А? 680. Да. Значит, все остальное у нас будет 680 миллисекунд на расслабление. Если у нас пульс, скажем, 100, это значит одно сокращение. Это сколько будет по продолжительности? Полтора. Нет. Сокращение столько же. Нет. Если у нас 100 ударов в минуту, значит... 120, давайте возьмем. Давайте 120. А то да. Здесь все бегуны, никто... Хорошо. Нет, у нас есть математика. Если пульс, допустим, 120 ударов в минуту, то у нас 320 миллисекунд будет на сокращение. А? У нас на все 0,5 секунд, 500. Значит, 500 минус 320. У нас будет 180 миллисекунд на расслабление. Понятно, размеров, да? Размеров сердца нет, гипертрофия мягкая, не зависит. Да? Сейчас мы про это расскажем. А все. Если пульс 108? Да. А? 180. Если пульс 180, у нас уже много адреналина и немножко, совсем чуть-чуть, ну, скажем, будет не 320, а 300 миллисекунд, будет сокращение. Если пульс 180, посчитайте сами. Значит, 300 миллисекунд. А? На диастолу не остается времени. Очень маловероятно. Поэтому мы не можем долго быть с пульсом 180. Я про пульс расскажу отдельно, потому что это важный фактор, за которым мы должны следить во время тренировки и вообще в жизни. Соответственно, чем реже у нас пульс, тем больше времени у сердца. Во-первых, чтобы наполниться кровью и, соответственно, ее выбросить. Во-вторых, чтобы просто отдохнуть. Поэтому, когда у нас пульс 60-70, но до 80, то большая часть времени отводится сердцу на отдых, сердцем на отдых, а меньшая часть на сокращение. Чем больше пульс, тем больше сердце работает, тем меньше сердце отдыхает. Это очень важно. Да, вот про это мы тоже сказали. Ну и метаболизм. Как я сказал, метаболизм — это обмен веществ. Сердце потребляет огромное количество кислорода, соответственно, оно синтезирует огромное количество молекул, которые хранят в себе энергию, такой запас. Таких молекул несколько. Главная из этих молекул называется аденозин-трифосфорная кислота, АТФ. Слышали, наверное, да? Очень интересная молекула, у нее огромное количество разных свойств, но самое главное свойство в том, что эта молекула — это сгусток энергии, такой ядерный заряд, который в митохондриях синтезируется, там же и разрушается, и выделяет энергию, которая заставляет сердце и сокращаться, и расслабляться. Сердце весит, среднего человека весит примерно 300-350-400 грамм. А? Да, и, как говорят, оно размером с кулак. Вот какой размер, какой кулак у человека, такой же у него и сердце. Как вы думаете, молекула АТФ, она очень маленькая, это не белок какой-то огромный, из большого количества там, аминокислот. Это довольно маленькая, очень компактная молекула. Как вы думаете, сколько в день в сердце синтезируется АТФ? Синтезируется, разрушается. В сердце вот взрослого человека, типа меня. Опция есть. А? Ну вот. А? 30 килограмм. В день в сердце синтезируется и разрушается каждый день. 30 килограмм аденозин-трифосфорной кислоты. Чтобы вы представили, какой там безумный метаболизм. 30 килограмм. То есть каждую секунду синтезируется, разрушается. Синтезируется, разрушается. Вот 30 килограмм. И для этого нужно, конечно, большое количество кислорода и большое количество глюкозы или жирных кислот. Что? АТФ разрушается на аденозин-трифосфат, на аденозин-дифосфат. Вас никто за язык не тянул? Значит, плюс фосфор, PO4. Да? Нет, на самом деле просто. АТФ разрушается аденозин-трифосфат на дифосфат и фосфор. Энергия на самом деле в фосфоре. А затем с помощью кислорода и глюкозы обратно из фосфора и АДФ ресинтезируется АТФ.
И это так называемый цикл Крепса, разрушение АТФ-синтез. Но в момент отделения фосфора от АТФ вырабатывается энергия, которая заставляет сердце либо сокращаться, либо расслабляться, потому что расслабление тоже активный процесс. И на сокращение нужна энергия, и на расслабление нужна энергия. Вот это вот довольно простая формула. И вот этого образуется в день 30 килограмм. Это на самом деле очень много. Соответственно, чем меньше у нас пульс, снижение частоты ударов на 10 в минуту приводит к резкому снижению необходимого количества АТФ. Вот поэтому чем реже у нас пульс, тем меньше мы синтезируем, разрушаем АТФ, и тем удобнее сердцу работать, тем меньше ему нужно кислород. Есть какие-то границы нижние? Для пульса? Ну, есть спортсмены. Вот я сейчас про это скажу отдельно. Значит, есть много способов синтезировать АТФ из жирных кислот, из других разных веществ, но чаще всего это происходит из глюкозы. Глюкоза у нас имеет формулу C6H12O6, и она, взаимодействуя с кислородом, образует углекислый газ и воду. И когда полностью одна молекула глюкозы разрушается в углекислый газ и воду, образуется 38 молекул АТФ. Это когда кислород, и все хорошо. То есть C6H12O6 плюс O2 – 38 молекул АТФ. Почему я про это так подробно говорю? А когда нет кислорода, почему может не быть кислорода? Например, потому что мы бежим с очень большой скоростью, у нас высокий пульс, и сердце не успевает доставить кровь, потому что оно просто не успевает наполняться, нечего выбрасывать. К нашим мышцам периферическим. В мышцах происходит то же самое. Но если не будет АТФ, клетка умрет. Соответственно, моментально клетка переключается с аэробного, то есть потребляющего кислород, на анаэробный гликолиз. То есть когда просто молекула глюкозы делится пополам на две молекулы молочной кислоты, из этого образуются две молекулы АТФ. Это очень неэффективный способ синтеза АТФ. Но другого нету. И поэтому разрушается огромное количество глюкозы, соответственно, накапливается большое количество мочевой кислоты. Почему у нас после бега неподготовленных болят мышцы и так далее? То же самое происходит и в сердце. Накапливается молочная кислота, потому что не хватает кислорода. И нужно какое-то время, чтобы эта молочная кислота вымылась, разрушилась, либо дальше окислилась в углекислый газ и воду. Вот почему у нас болят у неподготовленных людей. То есть я пробегу марафон, я потом 3 дня ходить не буду. Да, вот как это происходит. Откуда возникает боли, скованность, вплоть до судорог, потому что молочная кислота, кроме того, что она вызывает боль, это еще и кислота, она вызывает ацидоз, да, кислую среду, раздражает нервные волокна и так далее, и так далее. Вот это такой механизм. Что дальше я вам расскажу? Дальше я вам расскажу, что для того, чтобы сердце нормально... Про сердце вы уже знаете все. Значит, ничего сложного. Абсолютно. Когда будем делать операцию? А? Да, в конце у нас 2 операции показать. Нам нужно 2 добровольца. Мы пересадим сердце. Очень часто меня спрашивают, что если мужчине пересадить женское сердце и наоборот. Такой любит. Конечно. Да. Сердце, чтобы пересадить, важно не пол, а размер. Поэтому в России, например, запрещена детская пересадка сердца. Это значит, что мы не можем взять сердце у ребенка. Но если ребенку, скажем, 16 или 15 лет, и он крупного размера, ему можно пересадить сердце взрослого человека. То есть для этого важнее размер, чем пол там, и так далее. Ну и сердце должно быть здоровым. Значит, мы сказали с вами, что сердце сокращается и выбрасывает примерно, давайте скажем, 70 миллилитров крови в минуту. И если пульс тоже 70, да. Ой, за один удар, да, спасибо. Значит, 70 миллилитров умножить на 70 ударов в минуту, это у нас будет примерно, 5 литров, да, скажем так. Примерно 5 литров, миллилитров крови, которую сердце должно доставить во весь организм. Теперь смотрите, когда мы бежим, нам надо много крови. Потому что нам надо много кислорода, чтобы в наших мышцах быстро синтезировалась АТФ. Если она не будет синтезироваться, мы просто остановимся и не можем никуда бежать. Соответственно, этот объем должен увеличиваться. Все сосуды человеческого организма, все в спокойном состоянии, вот когда мы сейчас здесь сидим, находятся в спазмированном состоянии, примерно на 30-40%. Они сужены под действием симпатической нервной системы. Для того, чтобы когда будет нужно,
этот спазм убрать, сосуды расширились и увеличили приток крови к органам. В сердце сосуды, коронарный кровоток может увеличиваться в 4 раза. Я говорил, что сердце забирает весь кислород, поэтому ему надо много крови, если оно работает под нагрузкой. Вот мы побежали, нам надо уже не 5 литров, нам надо 7 литров крови. Значит, как это можно сделать? Можно либо увеличить силу выброса, либо увеличить частоту. Никаких других механизмов не может быть, правильно? Мы не можем добавить лишней крови, мы не можем сделать что-то еще. Соответственно, либо увеличением силы, либо увеличением частоты. Сердцу очень сложно резко увеличить силу сокращения, если оно не тренировано, если оно этого не делает каждый день. Поэтому, когда нетренированный человек вдруг начинает подвергаться резкой физической активности, то в основном он компенсирует необходимость увеличения так называемого минутного объема через увеличение частоты сокращений. Поэтому у нетренированных людей сразу подскакивает пульс. Соответственно, подскакивает пульс, на каждое сокращение расслабления нужно много АТФ, страдает коронарный кровоток, и этого не хватает надолго. Соответственно, это неэффективный способ увеличить приток крови к органам и тканям. Гораздо более эффективный за счет увеличения ударного объема. Но это не может произойти сразу. Мы не можем подойти и поднять 120 кг штангу. Мы должны начинать 10 кг, 20 кг, 30 кг. Да, и потихоньку-потихоньку мы увеличиваем силу мышц, и потом мы можем поднять большой вес. Точно так же мы не можем сразу побежать в марафон, мы бежим какую-то дистанцию, еще. Таким образом, мы увеличиваем способность сердца сокращаться. Мы можем сердце подготовить таким образом, что при необходимости оно будет сокращаться сильнее. Поэтому у спортсменов, так называемое сердце атлета, оно с толстыми стенками, оно гипертрофированное. Так же, как и в любой другой ситуации, когда есть повышенная нагрузка на сердце. Самая частая причина, допустим, высокое артериальное давление. Когда давление не 120 на руки, а 180 или там даже 160, сердцу приходится сокращаться сильнее, чтобы поддерживать это давление, чтобы сокращаться противодавление. Оно начинает увеличиваться. Большое сердце – это хорошо только в поэзии, да, в литературе, а в жизни большое сердце – это плохо. Большое сердце – это признак тяжелого-тяжелого заболевания. Так вот, если мы сердце тренируем, то оно в случае необходимости способно выбрасывать не 70 мл, скажем, а 100 или 120 мл. И это более эффективный способ сокращения. То есть, грубо говоря, если нам надо 150 кирпичей перенести отсюда туда, можно сходить 150 раз и перенести один кирпич, а можно за один раз брать 5 кирпичей, и так мы меньше устанем. Мы будем посильнее, но мы, во-первых, быстрее перенесем, и, во-вторых, мы меньше устанем. Поэтому тренировки, да. То есть получается, что у левого желудочка есть тихий запас объема. Там, как если был бы он 70, какие бы толстые, да, стенки ни были, там, ну, выдавит он эти 70. Нет, быстрее, не больше. Значит, вопрос в другом. Вопрос хороший, не запас объема. Левый желудочек, никогда не сокращаясь, никогда не опустошается полностью. Есть такой показатель, называется фракция выброса. Это сколько крови из той, которая есть, выбрасывается. В среднем вот у нас у всех фракция выброса будет примерно 55-65%. Если объем левого желудочка 120 мл, то с фракцией, скажем, 55% или 60%, 60 умножить на, значит, 120 на 0,6 будет 72 мл. Да, ну примерно так. То есть у человека среднего размера объем левого желудочка 120, из которых 70 выстреливается в аорту, 50 остается, соответственно, 50 еще приходит. Когда у нас увеличивается нагрузка, во-первых, левый желудочек немножко расширяется, во-вторых, увеличивается фракция выброса. Он выбрасывает уже не 55%, до 80%, до 90% он может выбрасывать. Соответственно, уже будет 100 мл и так далее. Когда человек тренируется каждый день, сердце привыкает за один раз выбрасывать не 72 мл, а больше. Потому что оно немножко увеличивается, и стенки становятся толстые и мощные. Соответственно, когда этот человек тренированно сидит или спит в состоянии покоя, для того, чтобы поддержать объем в 5 литров, ему не нужен пульс 70, у него пульс падает. Поэтому у профессиональных спортсменов, вы все это знаете, пульс может доходить до 30 ударов в минуту. И меньше. А? И меньше. И меньше, да. Потому что им хватает этой частоты, поскольку у них за каждый раз выбрасывается большое количество крови, и произведение остается таким же. Соответственно, когда
вдруг они выполняют свою там, спортивную специальность, это марафон, это футбол, это хоккей, там, это велосипед, им очень легко поднять удар, минутный объем за счет увеличения ЧСС. Потому что этот механизм происходит сразу. Как только мы начинаем физическую активность, в кровь попадает адреналин. И адреналин, конечно, увеличивает силу сокращений, но также он быстро поднимает частоту сокращений. И у них большая ударная сила, умноженная на большую частоту, сразу приводит к тому, что организм получает много крови. Поэтому, когда мы тренируемся, у нас потихоньку-потихоньку начинает снижаться частота пульса. Но это если мы тренируемся регулярно, и не обязательно поднимать 120 кг или бегать марафонскую дистанцию каждый день. Но любая тренировка приводит к тренировке, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. Конечно, и суставов. А? Ну, шахматы в меньше, а вот... Вы можете качать бицепс. Что? Вы можете качать бицепс, качаться будет сердце. То есть, если мы просто качаем... Конечно, просто бицепс в отношении всех остальных... Самые большие мышцы у нас — это ягодичные и мышцы ног. Поэтому, когда мы бегаем, вот что-то связано с ногами, нагрузка на сердце больше. Но даже если мы качаем только бицепс, бицепсу нужно больше энергии, соответственно, от этого получается... Это вызывает нагрузку на сердце. Плюс, когда мы качаем бицепс, какие бы мы ни были тренированы, все-таки образуется какое-то количество мочевой кислоты. Она попадает в кровь, плюс в крови начинает немножко повышаться концентрация углекислого газа, и это дает сердцу сигнал, даже если нет безумной потребности, сердцу дает сигнал, что надо как-то чаще работать. Мы можем этот сигнал получить совершенно не работая. Да? Вот мы сидим и смотрим какой-то фильм, там, я не знаю, ужасов, или мы видим красивую девушку. И у нас сердце начинает работать, потому что, в общем, организму нужно какой-то прилив сил, скажем так. Не будем уходить в эту тему. Мы можем далеко зайти. Да, вот это тоже очень важно. Это важно, значит, чтобы понять, что гораздо эффективнее регулярная тренировка, которая приводит к тому, что сердечно-сосудистая система адаптируется. И главное, не только сердце адаптируется, и сосуды. Сосуды должны быть способны, чтобы через них вся эта кровь прошла. Потому что если у нас сосуды забиты чем-то, и мы поговорим про это, там, про атеросклероз, про какие-то другие истории, то как бы сердце ни качало, оно не может качать в тупик. Должны быть абсолютно нормальные сосуды. И тренировками мы тренируем и сердце, и, соответственно, мы тренируем сосуды. Тоже очень важно. И артерии, и вены. Ну, вопрос был скорее, наверное, Симон, про да. Потому что если тренировка высокоинтенсивна, да, то полезна ли она? Ну, потому что вот спортивные науки, да, для неподготовленного человека высокоинтенсивные тренировки считаются более вредными, чем полезными. Абсолютно. Если мы говорим про интенсивную, настоящую спортивную тренировку, поэтому надо начинать потихоньку. Выделяют даже 4 региона пульса, там 4 как бы блока или 4 зоны, да, зоны пульса, в которых надо держаться для того, чтобы не навредить. Потому что дело не в том, что мы сможем пробежать, не сможем. Мы можем еще и очень сильно навредить сердцу. Если мы... В чем вред? Расскажите, да, про физику вреда. А? Что случается? Физика вреда. Физика вреда. Ну, здесь скорее не физика, здесь скорее химия вреда, чем физика, потому что здесь все не механическое, а скорее химическое. Во-первых, выбрасывается очень большое количество при этом адреналина, потому что нагрузка растет, и как-то органы и ткани надо кровоснабжать, и единственный способ – это все больше и больше повышение… А это как-то ощущается? А? Как понять, что выбросилось уже слишком много? По пульсу вы ощутите. Да, какие-то там приятные ощущения? Нет, никаких нет. Нет, адреналин вообще – это гормон скорее приятный. Знаете, вот мы живем в 21 веке уже, да? У нас машины, мобильные телефоны, мы летаем через океан, мы спускаемся на дно моря. Но физиологически мы за 10 тысяч лет, после того, как обезьяна слезла и взяла палку, или, я не знаю, меня там не было, но как бы говорят, что современный человек образовался 10 тысяч лет назад. Мы с тех пор физиологически почти не изменились. То есть наши базовые какие-то метаболические процессы, то есть процессы обмена веществ, они остались теми же самыми. И для организма всегда самое главное, чтобы он выжил и передал. Для нас самая главная вообще задача биологическая – это размножаться. У человека никакой другой цели. Нет цели летать в космос, строить Пизанскую башню и так далее. Природа любой организм создает только, чтобы он размножался. Если он дефективный, он не может размножаться, либо он умирает просто и не достигает половозрелости. Но главная цель – это, как сказал Бог, плодитесь и размножайтесь.
Так вот, все в нашем организме сделано, чтобы нас защитить от смерти. И в том числе адреналин — это гормон, который спасал первобытного человека от смерти. От чего эти люди умирали? Они не умирали от геномодифицированных продуктов, они не умирали от там, выбросов автомобильных. Они умирали либо от того, что их кто-то съедал, либо они друг друга убивали, либо они умирали от голода. Инфекций тогда особых не было, да, антибиотики были не нужны, СПИДа не было. Так что адреналин — это гормон, который позволяет нам выжить. И адреналин выбрасывается в ответ на необходимость резкой и быстрой физической активности. При этом мы можем слышать рев там, зверя или слышать скрип тормозов за спиной, и у нас резко подскакивает пульс. При этом мы можем еще ничего не видеть, мы даже не понимаем, что произошло. Автоматически надпочечники выбрасывают большое количество адреналина. Почему? Адреналин быстро повышает давление, быстро повышает частоту сокращений, быстро повышает сахар крови за счет расщепления гликогена в печени. То есть он готовит человека к быстрой физической активности. У нас тут же подскакивает давление, пульс, объем крови, и мы готовы либо бежать, убить мамонта, чтобы не умереть с голода, либо быстро залезть на дерево или убежать, если получится, от тигра. Ну вот идея такая. Но во время этой физической активности адреналин разрушается. А сегодня мы нервничаем чаще всего, но адреналин мы не разрушаем. И поэтому у многих людей постоянно повышенная концентрация адреналина или других вот похожих гормонов, мы их называем катехоламины. Поэтому очень много людей ходят с высоким пульсом, например. Очень многие люди беспричинно потеют, они срываются, плохо спят, потому что у нас большая концентрация адреналина. И он вызывает там, очень много изменений, в том числе и в нашем подсознании, когда, например, какое-то событие произошло, и оно закончилось. А мы про это часто вспоминаем, и к этому возвращаемся, потому что он формирует эти круги циркулярные. В общем, много-много вещей. А если побегать, то все... Конечно, конечно. Вот в Японии есть даже специальные сервизы для битья продаются. Либо продают экраны, которые можно закрыть телевизор, чтобы не сломать собственный экран, и в него бросать там все, что угодно. Таким образом мы разряжаемся. Но самая лучшая разрядка — это физическая активность. И особенно регулярная физическая активность, такая, например, как бег. Это очень важно, поскольку во время этого разрушается. Там вопрос, да? Да, у меня вопрос. Да, адреналин. Это какое-то преимущество у экстремальных видов спорта, поскольку бег не считается каким-то таким, ну, не знаю, провозгласным, если там цыгнуть, это берет, если масштаб, это лучше. Так наоборот, здесь чтобы разрушился адреналин, а чтобы выбросился. Да, да. Знаете, сейчас проблема еще такая. Для последнего ряда специально. Склероз. Знаете, два 80-летних друга разговаривают, один другому говорит: слушай, говорит, у тебя есть склероз? Говорит, да ты что, конечно, нет. Ну, а помнишь, мы вот в 20 лет бегали за девочками? Он говорит, конечно, помню, но не помню зачем. В общем, бег, в том числе и такой, он очень полезен, потому что если мы один раз сорвались и пробежали, то какая-то часть адреналина выбросилась, и она разрушилась. Но вот эта хронически высокая концентрация адреналина никуда не денется, и поэтому только постоянными нагрузками мы можем ее разрушить. Да. То есть не, вместо сна бегать. Не выспался, пойду побегаю. У нас, кстати, есть один такой человек. Нет, вообще сон — это очень важная часть нашей жизни. И, к сожалению, во-первых, многие не спят по времени достаточно. Но гораздо чаще встречается другая проблема. Сон неполноценный. То есть мы должны просыпаться абсолютно отдохнувшие. Я таким не просыпаюсь, скажу вам честно. Вот, потому что во время сна, во-первых, организм отдыхает, а во-вторых, очень многие органы и системы работают во время сна. Например, холестерин в печени синтезируется во время сна, когда мы спим. Поэтому большинство препаратов, снижающих холестерин, назначаются перед сном. Если их выпить с утра, эффект гораздо слабее. И мы знаем, что холестерин — это убийца и так далее, и по телевизору все рассказывают, но без холестерина жизнь невозможна. У людей, у которых резко снижается концентрация холестерина, потому что они принимают какие-то препараты, могут выявляться какие-то очень плохие-плохие вещи, да, вплоть до суицидов, там, и чего только не рассказывать. Почки лучше работают ночью. И в том числе, самое главное, головной мозг отдыхает, и всю информацию, которую он накопил за день, он систематизирует, раскладывает по полочкам, там, что-то стирает, оптимизирует, как бы, да, вот дефрагментация диска такая происходит, как бы, в голове.
Конечно, говорят, что из головного мозга вообще ничего не пропадает. Все остается навсегда, вся информация. Но она крадется так далеко, что мы почти никогда ее не найдем, если сильно не ударить по голове или не сходить к психоаналитику. Но сон нужен именно для этого. И когда мы не досыпаем, это значит, головной мозг еще не отдохнул, и он может дать сигнал нервной системе периферической, головной мозг это центральную систему, чтобы она выделила какое-то количество адреналина, и тут мы еще будем бегать, будем разрушать. В общем, как это, на вопрос, как живешь, заорал, да, закричал матерно, долго бился головой об стену, ушел от ответа, короче. Вместо сна? Конечно, значит, я вам так скажу, любая регулярная физическая активность очень полезна. Организм Организм привыкает. К чему? Вот у меня к бегу претензии не в том смысле, что организм привыкает, а в том смысле, что бег — это довольно серьезная нагрузка на кости, на суставы, на связки, но, как я понимаю, вам объясняют, как это делать, чтобы не было этой нагрузки. С этим мы уже разобрались. Вот. Вот. Еще, когда я рекомендую врачам физическую активность, я говорю пациентам, я им говорю, вы должны выбрать такую физическую активность, которую вы можете делать до глубокой старости. И в этом смысле мы, кардиологи, чаще рекомендуем ходьбу. Потому что ходить человек, ну, все-таки может гораздо дольше, чем бегать. Потому что бег – это все-таки более большая нагрузка. Мы рекомендуем ходьбу или плавание. Но опять же, знаете, доктор говорит пациенту, вы должны каждый день ходить 10 километров. Все, идите, приходите, и звоните мне через месяц. Пациент звонит через месяц, говорит, доктор, я в 300 километрах от Москвы, куда идти дальше? Наш пациент, и горячо нами любимый Владимир Михайлович Зельдин, которому 101 год, он, наверное, он полумарафон не пробежит, вот он может встать в середине отделения и без остановки час читать стихи. Так что вот никто не может просто уйти, все, открыв рот, его слушай. Да. Такой вопрос, а что полезнее, час, например, бежать на пульс 170 или лучше 3 часа на 120? Я вам скажу, что если вы не профессиональный спортсмен, вы час на пульсе 170 пробежать не сможете? Сможем. Час? Да. На пульсе 170? Либо это отчаянные люди. Ну тогда вы должны бежать в сторону моей клиники, чтобы... Мало ли что. Значит, час на ритме 170, либо 3 часа на ритме 120? Вопрос хороший. Наверное, одинаково. Я не могу сказать, что полезнее или что вреднее, потому что на пульсе 170, я вам уже там попытался посчитать, сердце не успевает, во-первых, кровоснабдить весь организм, во-вторых, не успевает наполняться кровью, самое главное, не успевает само себя получить вот кровь по коронарным артериям, потому что сердце получает кровь только в момент диастолы. Чем больше пульс, тем короче диастола, и даже если страдает организм, то организм это может как-то перенести, но само сердце это переносит плохо. Поэтому я вам честно скажу, не хотел говорить, но скажу. У профессиональных спортсменов, которые занимаются спортом, ну не как вы, а вот профессионально, у них доказанная история. Очень часто и очень рано наступает так называемый фиброз миокарда, когда какое-то количество кардиомиоцитов, то есть сердечных клеток мышечных, заменяется в фиброзной ткани, потому что они потихоньку от этой хронической гипоксии замещаются соединительной тканью. Поэтому профессиональный спорт вообще это довольно вредная для здоровья вещь. А? Меридонии, это слово просто ворвалось в наш лексикон. Причем сама штука как бы называется мелдронат, но никто же не говорит вот это слово меридонии, как-то вот оно такое, а? Ну как-то вот, да, Гораций, наверное, бы так сказал, меридонии, или там Гомер, что-то, а? Мелдронат, да, ну что-то мелдронат, да. А вот меридонии, как-то вот очень поэтично. Так что бежать с ритмом 120 3 часа, ну, может быть, даже так лучше. Потому что 170 – это много. И мы знаем, что у профессиональных хоккеистов,
ну, которые играют там НХЛ и так далее, они же выходят на очень короткие промежутки времени. У них пульс может до 220 подниматься. За эти короткие, там, они же не играют даже пятиминутки, они там выходят, потому что у них, когда они в датчиках, пульс может быть 200-220 и так далее, и просто человек не может столько времени бегать, либо это приведет к каким-то непоправимым последствиям, в первую очередь для сердца, но не для организма, да. Каким именно последствиям? Ну, это может привести к остановке сердца, например. Значит, почему? Я вам расскажу. Есть такое животное, гепард, самый быстрый зверь. Но он быстрый, но не может долго бегать. Да? Ну, максимум минуту, а говорят, там 40 секунд и так далее. Потому что происходит во время физической активности? Не только то, что я вам рассказал. Еще очень сильно повышается температура тела. И даже если мы ее снаружи не чувствуем, внутри резко повышается температура тела, температура внутренних органов, температура сердца. Почему мы сильно потеем? Чтобы как-то за счет испарения пота с поверхности тела температуру понизить. Гепард, если будет бежать долго, он перегреется, и он умрет. У него становится сердце. Это раз. Значит, первое – это повышается температура. Второе – мы сильно потеем. Когда мы сильно потеем, мы теряем очень много жидкости. Соответственно, сгущается кровь. Густая кровь, а, хуже течет по сосудам, б, она имеет большую склонность к сворачиванию. Образуются тромбы в разных местах. Третье – когда мы теряем, когда мы потеем, я не знаю, кто-нибудь пытался пот на вкус попробовать? Он же соленый. Да, мы теряем не воду, мы теряем электролиты, мы теряем натрий, мы теряем калий. А калий для сердца, он принципиален. Поэтому могут быть сложные нарушения ритма. То есть я могу назвать очень много причин, по которым такие длительные, интенсивные, сверхинтенсивные физические нагрузки очень вредны для организма. Это и кровоснабжение сердца, это и дегидратация, скажем, да, это и электролитные нарушения, это перегревание внутреннее, которое тоже очень важно для функционирования всех внутренних органов. Поэтому что сломается первым, то есть что затромбируется, и человек умрет от инсульта, либо выведется много калия, и человек умрет от остановки сердца, от желудочковой фибрилляции или тахикардии, либо просто сердце не успеет наполниться, сказать сложно. Но кончится плохо в любом случае. Есть состояние, когда вдруг, это болезнь, за счет каких-то определенных причин пульс резко подскакивает и становится 180, 190, 200. Называется пароксизмальная тахикардия. Она может быть наджелудочковая, это может быть желудочковая тахикардия, которая, в принципе, может закончиться даже смертью. Но если мы этих пациентов спасаем, или она проходит самостоятельно, либо они там принимают какие-то препараты, или мы вводим эти препараты в вену, то человек восстанавливается тут же к исходному ритму. Но у этих пациентов в крови определяются маркеры, которые говорят о том, что есть повреждение миокарда. То есть белки, которые в кардиомиоцитах, и только там, больше их нет нигде, и поэтому в крови их быть не должно, после этой желчной тахикардии, они попадают в кровь, мы их можем определить с помощью анализа крови. Их количество очень небольшое, не такое, как при инфаркте, когда повреждается большая часть сердца и выбрасывается огромное количество там, тропонина, например, и там несколько тропонинов. Но после любой желчной тахикардии, даже с частотой 180-200, в течение 5-10-15 минут, если пациент еще выжил, не подготовлены, потому что не каждый еще и выживет. Там просто пульс подскакивает, больше ничего не происходит. Мы в крови всегда определяем вот так называемые кардиоспецифические маркеры повреждения, говорящие о том, что есть какое-то повреждение сердца. Любое повреждение организм должен залатать. Организм не может оставить повреждение. Сосуд лопается, там должен образоваться тромб. Потому что от чего умирали люди первобытные, мы сказали? От кровотечений. И организму все равно, это тигр откусил ногу и идет кровь оттуда, либо там маленький сосуд порвался, грубо говоря, где-то внутри. Должен образоваться тромб, и это запускает всю систему тромбообразования во всем организме. То есть, если мы при этом правильно гидратируемся, вот мы бежим с пульсом 170 или там крутим велосипед, мы при этом как-то успеваем пить и не просто воду, а воду с микроэлементами, и при этом мы не одеты, не в шубе бежим, а в специальной одежде, и при этом температура воздуха не 40 на улице, а там, как сейчас, то это одна ситуация. То есть мы должны максимально организму помочь. Ну, поэтому, правильно ли я вас понял, что вы говорите о том, что в теории даже единовременная
один раз в жизни человек поимел такую нагрузку, он уже может там микроскопическую проблему, но все-таки... Я думаю, да, если он это внезапно. Вот он всю жизнь сидел, играл в шахматы, читал книгу, энциклопедию, а вдруг он взял и 2 часа бегал с частотой 170. У него однозначно будет проблема. Но если он до этого бегал с частотой 120, потом с частотой 130, потом с частотой 140, то в сердце образуются механизмы, формируются, которые его защищают от последующих нагрузок. Понятно. Это касается и коронарного кровотока, начинается интенсивный рост коллатеральных сосудов. Потому что для сердца главное защитить само себя. Понятно. Да. А тахикардия и высокий пульс, это в чем отличие? Это одно и то же. Тахикардия – это частое сокращение пульса. Частое сокращение. Кардия – это сердце. Да, это стресс-индуцированная тахикардия, конечно. Чем да. Опасно, мы собственно, что? Брадикардия – это наоборот редкий пульс. Опасно для кого? Ну, для человека. Ну, мы сказали, что у спортсменов в покое пульс может быть 25-30, и это считается нормой. Для, конечно, для нас 25-30 будет выраженная брадикардия, и просто организму при обычном ударном объеме будет не хватать крови, это будет сонливость или потеря сознания. Есть состояние, когда вдруг пульс падает до 25, полная поперечная блокада, и вот эта лампочка, про которую я говорил, перестает передавать импульс и заставлять сердце сокращаться. Поэтому сердце начинает спонтанно как-то сокращаться, чтобы организм не умер, это не может продолжаться долго, поэтому требует экстренных каких-то мер. Но пульс падает, человек теряет сознание. Поэтому хроническая брадикардия требует, ну, во-первых, выяснения причины, во-вторых, мы ставим кардиостимулятор. То есть мы электрический провод туда заводим, который заменяет вот эту батарейку и навязывает искусственный ритм. Вот. А мы вот про калий. Да, вот. Вы коротко упомянули пульсовые зоны, могли бы поподробнее рассказать, особенно о тех пульсовых зонах, в которых стоит правильно тренироваться, чтобы развивать свое сердце и готовиться к нагрузкам? Сейчас расскажу, и вопрос... Тогда про пульсовую зону, потому что это, я думал, один вопрос. Значит, как мы считаем в кардиологии? Есть отдельная специальность, называется спортивная медицина, спортивная кардиология. Честно говоря, я с ней не совсем знаком, потому что я такой кардиолог больше не спортивный. Вот. Но мы пациентам часто делаем пробу с физической нагрузкой, чтобы определить резерв, мы про это тоже поговорим, либо выявить какие-то слабые места. Соответственно, мы определяем субмаксимальную частоту пульса и максимальную частоту пульса. Максимальная частота пульса, как мы считаем, у людей это 220 ударов в минуту. Субмаксимальная – это 220 минус возраст. Поэтому мы можем сказать, что 220 – это самая такая критическая зона. 220 минус возраст. То есть вам сколько лет? Да. 26. Ну, 30, скажем так, да? Значит, ну, хорошо, 26. Ну, хорошо, пусть будет 26. 220 минус 26 – это 194. Я просто хотел, чтобы легче было. 194. Значит, от 194 до 220 для вас это будет последняя зона. Затем... Ну, нет, не жизнь, нет. То есть вы, вот если вы придете ко мне на нагрузочный тест, я вас доведу до 194 ударов. До 220 я доводить не буду, это максимальная частота. Потом следующее, это вот 196 умножить на 0,75, минус 15%. Тут я уже без телефона не посчитаю. Да. Ну вот, в общем, нам скажут. 165. Ну да, значит, 165, 196, 220. Вот. Ну и где-то 120-130. Еще зависит от того, какая у вас в покое частота. У вас в покое может быть пульс 70, а у вас в покое может быть пульс 90. А как это влияет? Как это влияет? Пульс в покое вообще? Влияет на что? Ну, на пульсовые зоны рабочие. Если у человека пульс 90, это значит, что при небольшой нагрузке он сразу перейдет в пульс 120-130. И поэтому вот чем ниже исходная частота пульса, тем человеку легче тренироваться. А если пульс покоя низкий, но сразу достигаешь 165? При пробуждении. Ну, это значит, мы называем это детренированности сердца и сосудов, детренированности сердечно-сосудистой системы. Ну, здесь могут быть какие-то спортивные вопросы, на которые я ответить не могу, к сожалению, но...
Примерно вот, вот так мы можем видеть вот эти зоны с точки зрения медицины и вот такой обычной кардиологии. А если мы вот... Поэтому, и поэтому считается, что лучше всего начинающим спортсменам тренироваться в первых двух пульсовых зонах, да, в третью, четвертую. Не заходить, хотя вы все время будете туда попадать, но не кратковременно и без каких-то серьезных последствий. То есть во второй зоне, где 165, тоже можно тренироваться? Да, да. А насколько долго? Ну, я вам так скажу. Вообще организм вам всегда скажет, когда он больше не может. Понимаете? Я не могу. А? Я не могу. Что? Бежите дальше. Просто в какой-то момент наступит вот этот анаэробный порог, когда количество кислорода будет меньше, чем все-таки необходимо мышцам. То есть кровь должна принести кислород, и еще она должна забрать мочевую эту, молочную кислоту. Это фоно, что ли, получается? Да? Что? Это да. То, что называется фоно, да? Да, да. Про калий был вопрос. Да, вы сказали про то, что там сердце начинает калия не хватать. Вы про препараты калия, которые можно там регулятор употреблять для поддержки сердечной деятельности. Могли бы сказать? Ну, таких препаратов на самом деле мало, или их фактически нет. Все слышали про этот знаменитый панангин, который аспарагинат калия и магния. Но на самом деле надо выпить 10 таблеток панангина, чтобы немножко повысить концентрацию калия и магния в крови. Гораздо сильнее повышает концентрацию калия, калий-хлорид. И продаются прям таблетки, калий-хлорид. А? Да. Вот. Единственная проблема хлорида калия в том, что он вызывает у некоторых людей раздражение желудка и начинает болеть живот. То есть он не вызывает язву, но просто вызывает боли в животе. Но калий-хлорид гораздо более эффективнее. Он называется калий-хлорид буфус почему-то. Я не знаю, что такое буфус. Так. Мы же не можем депонировать калий. А? Калий депонировать мы не можем, поэтому отравиться калием невозможно. Как только концентрация калия превышает 5,5 ммоль на литр в крови, почки начинают активно его сбрасывать в мочу. И поэтому, если резко в пациента не ввести большое количество калия, чем, собственно, и убивают людей в США, вот смертельный укол – это высокая концентрация калия, которая вызывает остановку сердца. Но там мегадозы калия. А в обычной жизни калием отравиться невозможно. То есть, ну, можно, конечно, выпить 100 таблеток калия-хлорида, но обычно почки довольно быстро сбрасывают калий в мочу, и в этом нет никаких проблем. И плюс есть еще очень много продуктов, которые богаты калием. Это все сухофрукты, это бананы. Но все это сладкое, к сожалению. Это бананы, это картошка. Вот это продукты, которые богаты калием. Вот. Калий для сердца – это принципиальный совершенно электролит. Калий и кальций. Натрий не так. А магний? Магний тоже, но вот главный калий, потому что калий контролирует каналы, которые заставляют генерироваться вот этот импульс в синусовом узле. Поэтому если много калия, то синусовый узел засыпает, и сердце останавливается. А если мало калия, то он возбуждается, и плюс возбуждается много разных очагов сердца, и у человека возникает экстрасистолия. Вот эти замирания сердца, эти внеочередные сокращения и так далее. Может возникнуть какая-то жизнеугрожающая аритмия. Почему при интенсивных нагрузках у спортсменов может развиться вот эта желудочковая тахикардия, про которую я говорил? Это такое очень-очень тяжелое осложнение. Потому что у них резко падает концентрация калия. Если калий не восполнять, то может быть такая ситуация. У меня был один из пациентов, который, он был сотрудник посольства США. Он создал компанию Clearwater, которую потом купила Nestlé. В общем, такой известный бизнесмен. И ему было 27 лет, у него было 6 или 7 детей, я не помню. И он хотел родить, иметь еще одного ребенка, и перед этим он решил провериться. Он поехал в Норвегию, и в температуру где-то 0 плюс 1, 24 часа катался на велосипеде в горах, в дождь. И зная про калий, он с собой, единственное, что он с собой взял, он взял много воды и взял много бананов. И вот он эти 24 часа ел бананы, пил воду и катался. Но все-таки бананов не хватило, и у него случилась эта желудочковая тахикардия. Его нашли в горах, без сознания, привезли в Москву. Но вот, как пример, мы его обследовали очень подробно, и не нашли никаких нарушений, в том числе... А? Да-да. Да. Вот, мы не нашли никаких нарушений, мы делали ему электрофизиологическое обследование, когда мы заходим в сердце внутрь и с помощью специальных катетеров пытаемся стимулировать эту аритмию,
если она у человека есть как часть его болезни. Но мы ничего стимулировать не смогли, он был совершенно здоров. И вот именно эта физическая нагрузка привела к этому нарушению. Для него это закончилось, будьте здоровы, без последствий, но он был профессиональный спортсмен. То есть не то, что он вдруг вскочил, он был баскетболист, не то, что он вскочил и побежал кататься в Норвегии, он к этому готовился, и он до этого занимался. Потому что 24 часа кататься в горах Норвегии тоже в 0 градусов не каждый сможет. Да, ну сейчас давайте, я еще не все рассказал, что хотел. Давайте, ладно. Пить не останавливаясь, можно только водку, иначе... Я так понимаю. Или хорошее вино. Значит, если у вас нет гипокалиемии, то вот от калия хлорида вы можете иметь боли в животе, либо там какой-то гастрит. Палангин вы можете пить круглый год, потому что от него вреда точно не будет. Но я вам скажу, что и пользы тоже не будет. Если вы будете пить меньше, чем... Там 8-10 таблеток в день, это значит по 2 таблетки на прием, 4-5 раз в день носить с собой такой чемоданчик с панангином. Вот. Панангин, понимаете, сейчас огромное количество препаратов, которые типа мельдония. Поэтому отравиться панангином невозможно, сколько бы вы ни... Целый пузырек выпить, ничего не будет. А если мы с помощью тренировок можем контролировать свой пульс, то есть натренировали, он у нас снизился, да, мы на тренировках бегали. Да. Значит ли это, что в жизни свой обычный пульс, когда ты не тренируешься, он тоже понизится? Конечно, да. У спортсмена, вот когда они просто сидят и разговаривают, у них пульс 30 может быть. Ну, если тренироваться профессионально. А если просто тренироваться, может быть 50-60. Потому что пульс всегда соответствует потребностям организма. То есть, грубо говоря, кровоток. И организм вычисляет. Если не хватает, либо надо пульс поднять, либо ударный объем. Ударный объем просто так поднять сложно, если мышцы не накачаны. А гораздо проще. Как поднять ударный объем? Тренировками. Тренировки. А как еще его поднять? На низком пульсе. Тренировки, да. В какой зоне тренировки? То есть правильно понять, что это как раз это на низком пульсе? Все говорят, что нужно на низких. На низких пульсах. Потому что происходит, если говорить уже про тренировки? При тренировках не только поднимается пульс и сила сокращения, при тренировках всегда поднимается артериальное давление. Когда вы бегаете, у вас давление может быть 180, 200. Это совершенно нормально. Если вы бегаете, у вас давление 120, это очень-очень плохо. Потому что тот же адреналин, что делает? Закрывает периферические сосуды, повышает давление, вызывает так называемую централизацию кровотока, чтобы вся кровь шла в голову, собственно, в сердце и в мышцы. Поэтому идет двойная нагрузка на сердце. Во-первых, за счет сокращений. И во-вторых, за счет того, что сердце сокращается против высокого сопротивления, высокого артериального давления. То есть вы идете не... Одно дело, вы идете по горизонтальной плоскости, другое дело, вы идете в гору. Вот то же самое с сердцем. И адреналин в крови есть всегда. У нас почти не бывает ситуации, когда у нас в крови нет катехоламинов. Их много. Адреналин, норадреналин, там, дофамин и так далее. Он есть всегда. Просто его концентрация может повышаться и снижаться. Более того, если уж говорить про медицину, есть адреналин, выделяющие опухоли. Так называемые хромофильные опухоли, когда у пациента постоянно в крови высокая концентрация катехоламинов, один из которых это как раз адреналин, и чаще адреналин, норадреналин. Это пациенты с высоким давлением, очень высоким пульсом. И это кончается тем, что у них происходит кардиомиопатия, сердце дилатируется, расползается, перестает сокращаться. Поэтому если молодой, например, в Великобритании, если молодой пациент поступил в клинику с проявлением сердечной недостаточности и большим сердцем, первое, что ему делают, это тест на вот феохромоцитому. Это опухоль, которая это не она не злокачественная, но просто это опухоль, выделяющая большое количество адреналина. А адреналин напрямую убивает клетки сердца, и адреналин напрямую убивает клетки сосудов. Почему мы знаем, что стресс вызывает язву, стресс вызывает артериальную гипертензию, инфаркты, инсульты и сахарный диабет? Это все через адреналин. Конечно. Адреналин разрушает. Это цитотоксический, то есть убивающий клетки гормон. Он вреден. Не надо нервничать. Насколько обратима вот эта гипертрофейная карта, которую мы получаем, да, и как быстро она обратима? У кого? Ну вот человек начал тренироваться. Может быть, спортивная гипертрофия. Значит, вопрос очень серьезный на самом деле, потому что если человек тренировался до того, что у него возникла гипертрофия,
которую мы можем... Получить. А? Мы ее все здесь хотим получить. Нет, вы ее не хотите получить. Вы хотите иметь тренированное сердце, но не гипертрофию. Нет, есть гипертрофия, есть еще сердце атлета. Это совершенно другое. Это уже медицинский диагноз. Значит, если человек перестает заниматься, то потихоньку эти количество кардиомиоцитов не увеличивается. То есть сердце увеличивается в размерах не потому, что там клетки делятся. Сердечные клетки делятся, хотя долгое время это не могли доказать. И клетки головного мозга тоже делятся. Да, в каком-то фильме были, сердечные клетки не восстанавливаются. Все клетки восстанавливаются. Но очень-очень медленно они не успевают за гибелью. Они просто становятся толще и мощнее. Поэтому, когда мы перестаем заниматься спортом, или, допустим, пациент длительное время жил с давлением 220, мы дали таблетки, давление снизилось. Эта сила уже не нужна. И поэтому потихоньку эти клетки то, начинают... Это что, митохондрии больше? А? Чего больше? Миофибрил, сократитель... Нет, митохондрии, ну, соответственно, больше, но главное — сократительных белков. Там же сократительные белки, которые заходят друг в друга и выходят, собственно, сокращение и расслабление. Вот. Их становится... Они потихоньку разрушаются, кардиомиоцит худеет, но это место, которое он занимал, чем-то должно быть занято. Там не может быть, природа не терпит пустоты. Либо там соединительная ткань – это фиброз, который у спортсменов, либо, если человек не спортсмен, чаще всего это жировая ткань. То есть чем-то это замещается. Поэтому гипертрофия в плане абсолютной гипертрофии, то есть толщины мышечных волокон, она проходит, но стенки остаются толстые, сердце начинает сокращаться плохо и так далее. Поэтому мы сейчас этим очень активно занимаемся. Вход в спорт важен, но гораздо более важен выход из спорта. То есть это не резко... Рубль вход, два выхода. Но, значит, если человек штангист, он не может всю жизнь поднимать штангу. Если человек там хоккеист профессиональный, он не может всю жизнь играть с тем же нагрузками. А он потихоньку снижает это. Главное не прекращать это резко. Что резко нельзя все это. Конечно, нельзя бросать резко, потому что это огромная мощь. Фиброз, по сути, тоже немножко обратим. Фиброз не обратим. Фиброз не обратим. Если соединительная ткань, коллаген, он уже никуда деться не может. Он не разрушается ничем. А? Ну, есть коллагеназа, есть фермент, но значит, фиброз внутренних органов, он не обратим. По лекции? Что? По лекции? Да, дальше. Значит, теперь у меня дальше про болезни, но как мы можем обследовать сердечно-сосудистую систему? Значит, есть несколько проблем. Две прям противоположные проблемы. Первая проблема, когда человек имеет заболевание сердечно-сосудистой системы, это может быть врожденное, либо приобретенное, о чем он не знает, и он начинает заниматься спортом. Либо он знает, но как-то не обращает внимания. И он начинает заниматься спортом. До какого-то, соответственно, его ресурсы снижены, до какого-то времени ресурсов хватает, потом наступает обратимая либо необратимая катастрофа. Это одна часть, про нее поговорим. Есть другая, тоже очень важная часть. Человеку может казаться, что у него есть какая-то болезнь, либо ему какой-то нехороший доктор про это сказал, и он боится заниматься спортом, а спорт вообще для здоровья очень-очень полезен. И таких людей очень много. Особенно это девушки, так называемые пролапсом митрального клапана. Не знаю, скольким из вас здесь говорили, что есть пролапс митрального клапана. Ну вот. Что-то одни парни подняли. Но обычно это говорят... А? Сейчас даже нарисую. Но есть какие-то вот такие диагнозы пролапса митрального клапана. Есть даже только в России существующий диагноз МАС. Малая аномалия сердца, дополнительная хорда, там что-то еще. Слышали, наверное, да? У кого-то есть дети, у кого-то шумы в сердце. И людям с таким видом говорят об этом. Вы же знаете, пациенту можно сказать, да, и все. Ему больше ничего не надо. И этот человек не занимается спортом. Этот человек не служит в армии. И такие девушки очень боятся иметь детей, потому что они думают, что беременность для них будет слишком большая нагрузка. Беременность на самом деле очень большая нагрузка для организма. И они живут в постоянном страхе. Это другая часть проблемы. Таких людей довольно много, которых напугали, либо они сами себя напугали. Их тоже надо обследовать и говорить им о том, что все нормально. Значит, пролапс митрального... Пролапс по переводе на русский язык – это прогиб. Митральный клапан... Вы спрашивали про пролапс. Да. Митральный клапан вот примерно так устроен, открывается, закрывается. Но если у человека слабая соединительная ткань, то он, когда закрывается, еще створки немножко прогибаются внутрь. Это называется пролапс. То есть они
прогибаются в ту сторону, в которую они должны прогибаться. Есть степени пролапса. Если они очень сильно прогибаются, то открывается отверстие, и тогда возникает обратный ток крови, недостаточность клапанов. То есть бывают такие пролапсы, которые вызывают недостаточность клапанов сердца. Встречаются часто, но все-таки большая часть пролапсов – это так называемая эхокардиографическая находка. При этом могут быть шумы, при этом могут быть какие-то аритмии, но это чаще всего совершенно норма. Так что сердце надо обследовать и с одной целью, и с другой. Как можно обследовать сердце? Значит, если не произошло какой-то безумной катастрофы, то снаружи мы ничего не заметим по человеку. Если нет тяжелой сердечной недостаточности, или человек не жалуется на что-то. Мы говорим про людей, как бы здоровых, которые ни на что не жалуются. Про больных, понятно, они идут к врачам, и они обследуются и лечатся. С чего мы начинаем? Мы начинаем с разговора с пациентом, и человек может ничего не рассказать. В детстве болел ангиной, в детстве выслушивали шумы, там, запрещали заниматься физкультурой. Это ничего не значит. Это может значить, что есть болезнь или что нет болезни. Что мы делаем потом? Потом человека раздеваем, начинаем его щупать, мы его слушаем, мы его стучим. Что-то мы можем при этом получить. Но обычно, если человек имеет серьезный диагноз, да, если нет диагноза, нет. Нам главное выявить слабые места. Дальше мы обычно делаем электрокардиограмму. То есть мы регистрируем электрическую активность сердца. Как формируется этот импульс или потенциал, или это возбуждение, как оно передается на остальные камеры сердца, по правильному ли пути, все ли одновременно возбуждается и так далее. То есть это ЭКГ. Обычно ЭКГ тоже мало чего показывает, если нет серьезной проблемы, а обычно о таких серьезных проблемах человек знает, потому что он их чувствует, либо ему это сказали раньше. Еще очень важное исследование – это эхокардиография или ультразвуковое исследование сердца, УЗИ сердца, грубо говоря. Но мы его называем эхокардиография. Эхо – это звук, кардио – это сердце, графия – это запись, вот, значит, ультразвукового исследования сердца. При этом мы можем увидеть очень много чего. Мы можем увидеть анатомию, то есть как сердце устроено. Мы глазами видим сердце, то, что я вам рисовал. Как устроены клапаны, стенки, есть гипертрофия, нет гипертрофии. Мы можем увидеть и измерить любой кровоток в любой камере, в правильном ли направлении течет кровь, хорошей ли скоростью течет кровь, потому что если она течет медленно или быстро, это тоже патология. И так далее. Мы можем оценить анатомию, значит, гемодинамику движения крови, мы можем оценить функцию, правильно ли сокращается сердце, слабо, сильно, симметрично, синхронно, асинхронно и так далее. Вот. Но если у человека, опять же, не было большого инфаркта либо сердечной недостаточности, мы можем ничего не увидеть. Хотя большая часть внезапных смертей, которые у спортсменов, мы слышали, вот был Черепанов, хоккеисты, многие футболисты, связаны с таким диагнозом, как гипертрофическая кардиомиопатия. Чаще всего это генетическое заболевание, и оно видно сразу, как только вы прикладываете датчик к пациенту. При этом оно никак, может никак не проявляться до, собственно, внезапной смерти. Это видно сразу. Но это очень редкая врожденная патология, чаще генетически обусловленная, но не всегда. Есть и не генетически обусловленная гипертрофическая кардиомиопатия. И возникает главный вопрос. Мы же человека обследуем, мы говорим про спорт, для того, чтобы он мог заниматься спортом. Соответственно, мы должны его проверить под нагрузкой. Ну, до этого, конечно, мы сделаем анализы крови. Что нас интересует? Анализов крови сейчас можно делать бесконечное количество. И 5 литров крови, которая у нас есть, может не хватить на эти анализы крови. Вот. Но что нас интересует в первую очередь? Нас интересует сахар. Потому что сейчас во всем мире эпидемия сахарного диабета. Эпидемия сахарного диабета. При том, что люди не обязательно употребляют много сладкого, но этот хронический стресс, про который мы говорили, приводит к тому, что нарушается чувствительность клеток к инсулину, инсулин перестает загонять сахар внутрь клетки, он остается в крови, и это приводит к катастрофическим последствиям, чем, собственно, является сахарный диабет. То есть нас интересует сахар, нас очень интересует холестерин, потому что вторая беда сегодня – это холестерин и вызванные с ним атеросклеротические поражения сосудов. Ишемическая болезнь сердца – инфаркт, поражение сонных артерий и инсульт, поражение артерий нижних конечностей и хромота, поражение артерии малого таза и эректильная дисфункция или импотенция, поражение сосудов почек и почечная недостаточность или артериальная гипертензия и так далее, и так далее. То есть сахар нас интересует, холестерин.
Ну и какие-то более общие вещи, такие как функция почек, это мочевина, креатинин, мочевая кислота, функция печени, там трансаминаза, билирубин. Но в целом обычно все это нормально, если человек молодой и здоровый, ну за исключением сахара, потому что сахар такая принципиальная вещь. И дальше нам надо проверить человека под нагрузкой. Мы должны обязательно симулировать ситуацию, когда мы даем повышенное требование к сердечно-сосудистой системе. Мы можем эту нагрузку реализовать физическим путем, то есть поставить человека на беговую дорожку, когда ускоряется скорость дорожки, еще она поднимается, увеличивается наклон, либо посадить на велоэргометр, на велосипед. Но если к нам пришел человек, у которого болят суставы, но это не относится к спортсменам, а? Нет, но если человек бегает вообще, то он тоже точно может пробежать по дорожке, да? В общем, к чему я говорю? К тому, что у нас есть очень много методов симулировать нагрузку с помощью внутривенных препаратов. Мы можем в вену капать препарат, и у человека будет увеличиваться частота пульса, и будет увеличиваться артериальное давление. Таким образом, мы как бы симулируем так нагрузку. Тренироваться можно? А? Лёг на диван. Это хорошо. Это замечательно. Это надо описать, кстати. Такой. Четырехнедельный курс. Главное, можно... Кроссовки не нужны. Нет, можно в кроссовках. Главное во сне. Человек спит, а организм тренируется. Хорошая идея. Вот есть такие препараты, когда мы действительно симулируем полностью физическую нагрузку, растет пульс, растет... И все эти препараты химически сходны с адреналином. То есть мы как бы... Симулируем физическую нагрузку, мы симулируем адреналин. Но кроме, собственно, адреналина, при физической нагрузке еще очень важно именно механические рецепторы, которые чувствуют, что организм движется, да, и рецепторы головного мозга, вестибулярный аппарат. То есть, конечно, мы не можем полностью симулировать нагрузку. Мы эти препараты вводим довольно короткое время, то есть максимальное время введения добутамина – это, значит, 6 ступеней по 3 минуты, 18 минут. И на 18-й минуте обычно пульс уже приближен к 180, больше мы не делаем. Но мы можем и электрически стимулировать сердце, мы вводим катетер и навязываем электрически просто частоту, какую хотим. 120, 140, 160, 180. Это очень неприятно. Вот это действительно неприятно, потому что мы через нос вводим, и из пищевода это довольно неприятно. У нас есть много способов. Поверьте, да. А? Нет, мы даже не хотим эти слова говорить. Вот. Так что мы обязательно должны проверить под физической нагрузкой, что? Как себя ведет сердце электрически? Потому что есть люди, у которых в ответ на физическую нагрузку не увеличивается частота сокращений. Не потому, что они очень тренированные, а потому, что у них определенный период срабатывания. То есть пульс повышается до 120, а потом перестает повышаться. И эти люди начинают задыхаться. Вот они бегут, нагрузка возрастает, а пульс не растет. Им не хватает, соответственно, они начинают задыхаться. Либо есть другая ситуация, когда наступает блок проведения, то есть импульс образуется, но он дальше не передается на желудочки. Не буду говорить серьезные слова. Ну, грубо говоря, опять же, пульс не растет, и мы можем выявить нарушение электрической активности. А с другой стороны, мы можем выявить нарушение механики. То есть пульс растет, но сердце вдруг перестает нормально сокращаться. Чаще всего это связано с тем, что сердцу не хватает крови. А почему сердце может не хватать крови? Потому что в одной из коронарных артерий, которая к нему идет, сужение. Вот это знаменитая атеросклеротическая бляшка, которая в покое никак не проявляется, а при нагрузке проявляется. Либо изменение на кардиограмме, либо какой-то участок сердца, куда идет эта коронарная артерия, он перестает на нагрузке сокращаться. Ну, как бы подумаешь, ну не сокращается, не сокращается. На самом деле не так. Она не сокращается, этот участок сердца, значит, там образуется большое количество мочевой кислоты. Молочной кислоты, молочная кислота, ацидоз, там возникает гиперкоагуляция, и это сужение может разорваться, там образуется тромб. Значит, все говорят, тромб оторвался, куда-то улетел, тромбы не открываются, никуда не летают. Они образуются в каком-то месте и перекрывают полностью просвет коронарной артерии. Кровоток прекращается, у человека инфаркт.
80% умирает, ну, это мы называем внезапная сердечная смерть, да, когда смерть наступила в течение суток от наступления симптомов без предшествующего заболевания. То есть человек был здоровый и вдруг... То есть очень много чего мы можем выявить на нагрузке, но применительно к спорту, конечно, гораздо важнее, поскольку я уверен, что у вас у всех нормальные коронарные артерии, мы можем выявить, как вы реагируете на физическую нагрузку, как реагирует артериальное давление, как реагирует сердце в плане того, что вы сразу подскакивает частота, и это говорит о том, что сердце детренированное. Либо человек, когда приходит спортсмен, ты нудно сидишь и думаешь, ну когда он наконец разгонится, потому что он уже третью ступень крутит, это уже большая нагрузка, 100 ватт, а у него пульс все равно там 80-90. Потому что он за счет силы сокращения может компенсировать. И там на 5-й, 6-й, на 10-й минуте вы наконец его потихоньку доводите до того, что пульс начинает увеличиваться, когда силы сокращения не хватает, и он... доходит до желаемой частоты ритма, там 130, 140, 150, 160 ударов. Вот. Бывают такие случаи, когда человек, допустим, пульс до 170 разгоняется, да, да. К примеру, и выше не разгоняется. Хотя ему по возрасту, он понимает, что максимум должен быть выше. Так. А это из-за чего происходит? Ну, если его не снять, не остановить дорожку, то рано или поздно он разгонится. Либо ну, потому что... 120, 170, все-таки высокое значение. Да. Нет, значит, вы либо его не докрутили, либо у него какая-то патология, потому что пульс должен повышаться и повышаться. Пока вы не остановите, пульс должен прогрессивно повышаться. Другое дело, что я как врач его остановлю, я его не доведу до максимальной частоты, потому что мне это не нужно. Хотя спортивный врач наверняка его доведет, чтобы понять полный резерв. Для меня, нет, для меня как кардиолога это не важно. Для меня, значит, у нас совершенно разные задачи. У спортивного врача задача, чтобы человек завоевал медаль, а потом ему за это заплатили зарплату, и спортивному врачу заплатили зарплату, а плюс потом реклама и так далее, и так далее. У меня другая задача. У меня задача, чтобы человек не умер. Либо не перенес какую-то серьезную проблему, которая приведет к сердечной недостаточности, и тогда, как мы говорим, кому повезло, тот умер, а кому не повезло, тот живет и мучается. Понимаете, у нас разная задача. Поэтому у меня нет цели довести его до максимальной частоты. Я его довожу до той частоты, при которой проявится все то нехорошее, что там может быть. А вот дальше меня уже не интересует. Это уже удел спортивных врачей, которые работают с изначально здоровыми людьми, конечно же. Спортсмены, космонавты, МЧС, вот, спецслужбы, спецназ, они совсем по-другому тренируются. Хотя я вам так скажу. Года три назад к нам привезли командира отряда «Рысь». Это спецназ МВД, 42 года, такой, ну, спецназ, крепкий парень, который, он был командир, и он на учениях перенес инфаркт большой. И поскольку они были на учениях, то не смогли его быстро привезти, его привезли через несколько дней после того, как произошел инфаркт. Его привезли в терминальном состоянии. Единственное, что его могло спасти, это пересадка сердца. Но мы не могли так быстро найти сердце, хотя его коллеги говорили, что они быстро найдут любое сердце, но я серьезно, они сказали, дайте задачу. Мы его принесем. Кроме шуток. Нет, когда мы тоже сделали непонимающее лицо, они сказали, вы просто не знаете нашу работу, вам об этом не говорят, но у нас каждый день какие-то мероприятия, и, к сожалению, вот каждый день есть жертвы среди преступников, вы, говорит, просто этого не знаете. Ну, шутки шутками, а? Но, к сожалению, прожив несколько дней, он умер. И вот эти молодые бойцы, они плакали, как дети. Потому что он говорит, он наш командир, но он сам всегда шел первый бой, нас закрывал, в разведку только сам. Но неважно. К чему я рассказываю? И мы с этими ребятами подружились, и мы сказали, давайте мы вас всех обследуем. Потому что когда мы вскрывали его, там сердца практически не было, вот этого командира. И мы обследовали весь этот отряд. Большинство, причем вы понимаете, это спецназ, они могут на эту перепрыгнуть через это здание, грубо говоря, да? Двоих или троих из них мы соперировали уже, у нескольких нашли серьезные проблемы, при том, что они занимались с профессиональными инструкторами и переносили гигантские физические нагрузки. Но вот такая история. Точно так же американцы вскрывали все своих десантников, которые погибали в Корее, когда была война в Корее. И у многих из них были тяжелейшие изменения сердца. Они умирали от пуль, не от остановки сердца. Но, тем не менее, это были физически здоровые люди, которые выполняли огромную физически тяжелую работу. Но они были на грани.
То есть рано или поздно с ними произошло то же самое, что вот произошло с этим парнем, который умер. Поэтому никогда не знаешь, что внутри. Даже спортсмен, мы знаем, что и спортсмены умирают, к сожалению, и так далее. Да. Вот момент падения, вот момент вот этот опасен, и нет. Нет, если вам хватает сил, потому что обычно к этому времени силы тоже на исходе. Но это максимум несколько минут. Нет, ну вы остановились просто потихоньку. Понимаете, когда вы резко остановились, сразу начинает снижаться частота пульса и сразу снижается скорость прохождения крови через сосуды. Соответственно, ничего не вымывает молочную кислоту. Если вы резко остановились, большая вероятность, что будут больше болеть ноги, либо будет больше молочной кислоты, вам будет тяжелее дышать. Почему? Потому что молочная кислота – это ацидоз, это кислота. А чтобы в крови не было кислоты, у нас pH в крови – это абсолютно такая жесткая величина. Есть очень небольшой интервал, в рамках которого pH может либо повышаться, либо понижаться. Так же, как концентрация сахара, концентрация калия, там каких-то фундаментальных величин. Поэтому, как только в крови появляется много мочевой кислоты, мы должны повысить pH этой крови, потому что он падает, возникает ацидоз. А как мы можем понизить? Мы не можем мочевую кислоту никак из себя вывести. Мы взамен выводим углекислый газ. Углекислый газ как мы выводим? Частым и глубоким дыханием. И поэтому, если вы резко остановились, и у вас накопилась мочевая кислота, и вы ее как-то не разбавили движением, то вам будет трудно дышать, да, вот как-то будет тяжело. Поэтому мы рекомендуем после прекращения нагрузки, и наше большинство вот дорожек сделано таким образом, что после прекращения нагрузки потом какая-то такая медленная прогулочная работа остается. Там, 1-2-3 минуты, чтобы эта кровь все-таки протекала, забирала молочную кислоту из ткани и не вызывала вот этих всех эффектов. А? Заминка, спортсмен. Заминка растет. Да. Могут ли, вот вопрос, который Максим мне прислал, могут ли быть ограничения для занятий спортом? Если человек здоров, то нет. Спорт – это жизнь, это правда, спорт – это здоровье, и в этом никаких сомнений нету. Тут сейчас я отвечу на все вопросы, но у меня тут еще два момента. Это препараты, которые влияют на сердечно-сосудистую систему. Потому что сегодня по телевизору много чего рекламируют, да, и мы сами по себе принимаем какие-то лекарства, добавки и так далее. Многие препараты либо в качестве прямого, либо побочного эффекта оказывают какое-то влияние на сердечно-сосудистую систему. Например, препараты сосудосуживающие, которые мы капаем в нос при аллергии либо при насморке, они, конечно, сужают сосуды в первую очередь слизистой носа, но при попадании в системный кровоток, то есть в организм человека, какая-то часть всасывается, они могут повысить артериальное давление, потому что они суживают сосуд. Да? Допустим, препараты против астмы, я знаю, что многие спортсмены пользуются небулайзерами либо спреями, они могут сами по себе резко повысить частоту сердечных сокращений, поскольку в большинстве из этих препаратов есть молекулы, похожие на адреналин, бета-миметики, адреномиметики. Ну и так далее, и так далее. Вот если по препаратам есть вопрос, я расскажу, но гораздо интереснее – это вредные привычки, влияющие на нашу способность. Какие у нас самые распространенные вредные привычки? Это не вредная привычка. Самая плохая привычка – это курение. Вот кто здесь курит? Просто ради интереса. Тут никто не признается. Никто не в аудиторию. Не признается. Да. Значит, курение, конечно, это самая страшная катастрофа, которую можно с собой сделать. Это хуже алкоголя, это хуже наркотиков, это хуже всего остального. Особенно для мужчин. Курение – это не только никотин, а никотин вызывает сильный спазм. Курение – это еще огромное количество других вредных веществ. Это смолы, фенолы, там, бензолы и так далее, которые вызывают и злокачественное новообразование. Причем не обязательно легкого, и рак поджелудочной железы может быть, и рак мочевого пузыря, и все что угодно. Вот. Ну и, конечно, первое, от чего умирают курильщики, это заболевания сосудов. Это инфаркты, инсульты, слепота, заболевания сосудов нижней конечности. У мужчин это еще заболевания сосудов малого таза и импотенция, и так далее, и так далее. Поэтому курение – это страшный вред, тем более, что сигареты доступны, ну, грубо говоря, везде. Да? Хоть и рекламы нет, и так далее, но они в легком доступе. Никотин вызывает очень сильную физическую зависимость. Почти такую же, как героин. Поэтому курение, я не буду говорить, чем оно вредно, но просто поверьте, что курение – это очень-очень вредно.
И, конечно, мы всегда призываем пациентов бросить курить. Я иногда слышу, вот я 60 лет курил, и сейчас мне кто-то сказал, что после столько длительного, при таком длительном стаже вредно бросать курить, все глупости. Никогда не поздно бросить курить. У меня даже был интересный слайд по курению. В пересчете на затрату денег и количество смертей сигареты гораздо эффективнее, чем ядерная бомба. То есть они убили гораздо большее количество людей при гораздо меньших затратах, поэтому это самый идеальный вид оружия. Сигареты — это зло. Да, вы хотите возразить, я чувствую. Значит, про марихуану скажем в разделе наркотики, легкие. А что? Отдельно? Тут с картинками будет. Значит, кальян бывает разный. Там могут быть фрукты или что-то еще, а может быть табак. Если там табак, то совершенно неважно, это кальян или не кальян, табачный дым содержит никотин со всеми вытекающими последствиями. Если это не табак, то никакого вреда от кальяна не будет. То есть мы вдыхаем дым, пары, которые могут быть пропущены через воду, через коньяк, там, не знаю, через что еще это, через фруктовый сок его пропускают. Но смысл в том, что мы вдохнем этот дым, ничего страшного не будет. Причины, да. Насколько ему противопоказаны большие нагрузки? Совершенно не противопоказаны. Единственное, что бета-блокаторы – это блокаторы рецепторов адреналина в сердце. Соответственно, у такого, просто чтобы люди поняли, бета-блокаторы применяются при ишемической болезни сердца, при высоком давлении, при многих других заболеваниях. Что они делают? Поскольку адреналин не может влиять на сердце, у этих людей при нагрузке не растет частота. То есть человек бежит, а частота остается там 70, 80, 90. Если человек принимает большую дозу бета-блокаторов, то мы его не разгоним никогда. Соответственно, человек может выполнять нагрузку, но он гораздо быстрее остановится, потому что на маленькой частоте он не сможет. Бета-блокаторы, кроме того, что снижают частоту, они снижают еще и силу сокращения. То есть это полная противоположность адреналину. Это бета-адреноблокаторы. А в сердце, в миокарде, в основном бета-рецепторы. Есть еще альфа-рецепторы, но в сердце бета-рецепторы. То есть мы полностью блокируем эффект адреналина на сердце. Это, наверное, от дозы тоже зависит. Конечно. Если человек принимает мало бета-блокаторов, он и разгонится по частоте, и он сможет выполнять нагрузку. Если он принимает большую дозу, то вначале ему будет легко, потому что сердце не разгоняется, он себя чувствует нормально. Но очень скоро у него будет выражено накопление мочевой кислоты, потому что не успевает сердце на маленькой частоте и маленькой силе сокращений прокачать кровь и обеспечить органы и ткани необходимым количеством кислорода, глюкозы, забрать оттуда мочевую кислоту и так далее. И так далее. А причина, которая заставляет человека принимать бета блокаторы, не является причиной? Почему? У человека может быть артериальная гипертензия, и он на бета-блокаторах имеет нормальное давление. Бета-блокаторы не являются элементами первой линии, но в том числе бета-блокаторы, и он может их принимать. Если он скомпенсирован, то он может... Абсолютно. Он будет следить за давлением просто. Два раза мы ему сделаем пробу с нагрузкой, посмотрим, как он реагирует артериальным давлением на физическую нагрузку. Если все нормально, то... Сегодня я одну вещь скажу. Она очень важная. Вы молодые, но наверняка у вас есть старшие люди и так далее. Сегодня смысл медицины не в том, чтобы у человека были нормальные анализы, нормальная кардиограмма, нормальная эхокардиограмма, томограмма, ангиография и так далее. Смысл лечения в том, чтобы человек прожил 120 лет, и большую часть этого времени он был здоров. Количество, конечно, важно, но и качество жизни. Как мы это достигаем? Это уже наши хитрости, да, мы... Это не рассказываем. Ну, конечно, рассказываем. Но я что хочу сказать. Поэтому если мы пациенту даем бета-блокатор или какие-то другие препараты, для того, чтобы он мог и бегать, и прыгать, и влюбляться, и рисовать, и заниматься автоспортом, и, в общем, чувствовать себя полноценно. То есть мы человека лечим не для того, чтобы ему чего-то было нельзя, а для того, чтобы ему все было можно. Вот в этом идея. То есть мы лечим человека, чтобы ему было можно все. Мы протезируем клапаны, ставим стимуляторы, делаем пересадку сердца, для того, чтобы это был абсолютно полноценный человек. Потому что неполноценный он был до того, как он пришел к нам. И в этом смысле я, например, часто выписываю пациентов, у которых есть нарушения в анализах крови и так далее, и так далее. Я его предупреждаю, что вы пойдете к какому-то врачу, и он тебе скажет, что твой предыдущий доктор был, мягко говоря, идиотом, потому что у тебя такие-то нарушения, вот он их не исправил. Но мы не лечим картинки. Сегодня многие врачи лечат картинки, лечат анализы крови. Да? Им не нужен пациент. Они посмотрели анализ крови и сказали, ему надо то-то, 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 то-то. В общем, мы стараемся, по крайней мере, этим не заниматься сами, и студентов,
и других врачей, которых мы учим, подходить к лечению именно с таких позиций. А как часто нужно проходить полнодоночный? Ну, после 40 лет мужчинам мы рекомендуем раз в год его проходить. А спортсменам, ну, когда они занимаются, наверное, первый раз перед тем, как... А? Ну, у женщин позже. Женщины начинают болеть позже ишемической болезнью сердца. Нас волнует ИБС, поскольку большинство людей умирает от нее. Мужчины после 45 лет, а женщины, наверное, после 50 лет. Даже 55 лет. А? До этого возраста. Если нет жалобы, если нет факторов риска особенных, то есть сахарный диабет, высокий холестерин, высокое давление, плохая наследственность, то, в принципе, что? Ну, пульс – это не фактор риска. Когда высокий риск, когда высокий пульс у женщин, первое, о чем мы думаем, это гиперфункция щитовидной железы. Надо сказать, что у нас в Москве плохая ситуация по йоду в составе питьевой воды. У нас в питьевой воде мало йода, и поэтому мы либо должны использовать йодированную соль, либо вот эти препараты, которые рекламируют, которые действительно могут быть полезны. Но, опять же, под контролем. Соответственно, лучше сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы. Если там все в порядке, жить дальше. Если там что-то есть, то, может быть, принимать... Самое простое – это йодированная соль. Она продается вместо обычной соли йодированной, либо морская соль, которая продается, она изначально всегда содержит много йода. Суши. А? Суши. Ну, суши, кто может... Да, я вот не люблю суши. Если ничего не болит, то мужчине? Нет. Регулярно надо сдавать анализы, смотреть. Сахар, опять же, холестерин. И смотри, к врачу ходить надо. Мы говорим про физическую нагрузку. Нет, так вот кто-то меня прервал. Если человек планирует заниматься спортом, то он должен, наверное, предполагать, что будет с ним, когда он будет заниматься спортом. И, соответственно, логически, перед тем, как заниматься спортом, я бы пациенту рекомендовал хотя бы один раз сделать физическую нагрузку, чтобы посмотреть, как он реагирует пульсом, как он реагирует давлением. Он может на частоте 120 заблокироваться, то есть он всю жизнь жил-жил и никогда особо не разгонялся, и вдруг он начал решить бегать, пульс поднялся до 140, и потом вдруг резко упал, человек потерял сознание. В таких ситуациях обычно не умирают, но ему просто плохо, он пугается. На нагрузке мы это можем проверить. Либо по давлению человек может на небольшой нагрузке выдать давление 220. Конечно, мы ему запретим заниматься спортом, будем выяснять причину, потому что это может закончиться инсультом, грубо говоря. Если у него на небольшой нагрузке давление 220, а на большое давление 300, это может разорваться сосуд в голове, и он либо умрет сразу, либо станет инвалидом. А если вот взять 26 лет, он начал заниматься спортом, прошел нагрузочное тестирование, сказали, что ну все в целом. Ну и все, занимается спортом. До 45? Или все-таки... Нет, если он хочет заниматься спортом. Ну, регулярно уже занимается, да. Но все так, если он один раз прошел тест, то в принципе можно его не делать регулярно. Но это тест для занятия спортом, а я говорю про тесты для выявления болезней. Ага. Это после 45 лет, раз в год мужчина должен сдавать простат-специфический антиген, там с возрастом появляется много анализов и много обследований. А вот этот нагрузочный тест, он по скорости как-то лимитирован или нет? Конечно, нагрузочный тест мы измеряем в дозе. То есть вот как есть доза препарата, у нас есть доза нагрузочного теста, она измеряется либо в ваттах, мощность нагрузки, либо в метах, метаболических единицах. То есть мы абсолютно точно знаем, какую дозу нагрузки человек получил, чтобы, во-первых, понять, это маленькая или большая, и потом, чтобы было с чем сравнить, когда он придет в следующий раз. То есть нагрузка у нас не просто какая-то виртуальная нагрузка, она измеряется там, в граммах, килограммах, то есть в какой-то измеряемой величине. Это абсолютно четкое такое значение. Он перенес такую-то нагрузку, и когда мы друг с другом говорим, мы сразу понимаем, о чем идет речь. Примерно 36 смертей в год происходит на марафонах именно. Вот, вопрос. Это, ну, то есть это генетически определенное, что-то заранее заложенное, значит, что мы никак не можем предотвратить? Большая часть смертей происходит от аритмии. То есть инфаркты происходят редко, хоть это большая физическая нагрузка. Чаще это аритмии, и в основном это аритмии генетически обусловленные. То есть у человека либо в роду кто-то умирал в молодом возрасте и не знал, и не было известно, от чего они умерли. Хотя это может быть, он может быть первым в роду, у кого эта мутация произошла, то есть ген поменялся и аритмия произошла. Либо очень часто бывает такая ситуация, когда идет материнская линия, и они все наполовину здоровы, а ген, мы знаем, там есть гены доминантные, сильные, и рецессивные, слабые. И вот этот плохой ген может быть рецессивный. В роду все время... Люди женились и выходили замуж так, что эти гены смешивались, этот ген всегда был где-то на задворках.
И с другой стороны, у папы тоже то же самое двигалось. И ребенку достались два оба слабых гена, то есть у него нет шансов. У него нет сильного гена, который бы уравновесил слабый ген. И у него проявится эта аритмия. То есть много разных методов наследования аритмий, но какие-то из этих аритмий мы можем выявить. Какие-то из этих аритмий связаны с гипертрофической кардиомиопатией, которая, к сожалению, часто бывает у спортсменов. У них изначально сердце гипертрофировано, они изначально переносят очень большие нагрузки. Поэтому многие спортсмены, умирающие внезапно, это именно умирающие по причине гипертрофической кардиомиопатии. Это очень легко выявляется с помощью их кардиографии. Вот. Либо генетическое тестирование, но генетическое тестирование, оно не то чтобы сложное, но оно довольно дорогое. И поэтому его не делают всем. Соответственно, если у пациента есть какие-то, не у пациента, у человека есть какие-то предпосылки к тому, чтобы его пройти, у него были аритмии, он терял сознание, у его родителей были аритмии, в роду были аритмии. Есть прямо семьи, особенно вот в Швеции было известное исследование, когда в одной семье почти все мужчины умирали в возрасте до 35 лет. Но тогда еще не было генетики, когда все... Они успевали, да. И вот есть определенные гены. Другой вопрос, что с этим делать? Какие-то гены активизируются при очень интенсивных физических нагрузках, какие-то гены активизируются просто так. То есть человек жил и внезапно умер. У нас есть сегодня препараты, у нас есть сегодня устройство, когда мы ставим вот этот дефибриллятор. Ну, все видели, когда человеку делают вот две пластины, его подбрасывают. Мы можем все это упаковать вот в маленький такой приборчик, размером там, с какой-нибудь плеер портативный, даже не с телефона, и вставить внутрь. И когда у человека происходит такая тяжелая аритмия, этот прибор распознает, дает разряд, и человек приходит в себя, сердце восстанавливается, и он живет дальше. То есть есть огромное количество возможностей, как этих людей спасти. Но все равно люди умирают, потому что они не знают. Если такая аритмия произошла, врачи очень важны, но, к сожалению, не всегда они могут помочь. Хотя я уверен, что есть также еще большее количество случаев внезапной смерти, не внезапной смерти, а клинической смерти, либо каких-то серьезных осложнений, когда врачи спасают. Но вот все-таки 36 смертей по статистике в год происходит. При том, что бегают действительно миллионы людей, мы просто не знаем. Постоянно в каких-то частях света люди выходят на разные длины марафонские или там какие-то еще дистанции. Если вы открыли глаза, вокруг много врачей, то значит, вы до этого... Значит, симптомы какие? Могут быть, может не быть никак... Ну, вы можете за 2-3 секунды до этого почувствовать либо вдруг сильное сердцебиение, либо сильное головокружение. После этого сознание пропадает. Потому что на высокой частоте больше, чем 200 ударов, сердце не успевает наполняться, и, соответственно, нет выброса. Не падает... Почему эти люди теряют сознание? Кровь попадает в голову, и головной мозг отключается, сознание, соответственно, пропадает. Вот, собственно, и все. Поэтому главное в этот момент поднять давление, поднять ноги. Тут несколько вариантов. Во-первых, любая... Мы говорим про вирусную инфекцию, мы говорим про пневмонию. Что происходит? У человека вирусная инфекция. Какое первое проявление? Сопли, чихание, кашель и так далее. В общем, это все следствие отека слизистых путей. Либо верхних, либо средних, либо нижних и так далее. Когда слизистые пути отечны, значит, сужается просвет дыхательных путей, и человеку труднее дышать. Поэтому просто физически сложнее заложенным носом бегать намного. Это раз. Во-вторых, какая может быть еще опасность? Любая вирусная инфекция снижает очень сильно иммунитет. Есть риск к вирусной инфекции присоединить еще и бактериальную инфекцию, которая может вылиться либо в пневмонию, либо во что-то еще, там, либо, если говорить про сердце, инфекционный эндокардит, что совсем нехорошее заболевание со смертностью 40%. Вот. И если говорить еще и про температуру, когда температура высокая, человек потеет, мы знаем, что во время простуды надо пить много жидкости, мы теряем жидкость, электролиты, и плюс еще физическая нагрузка, которая повышает нашу центральную температуру и еще больше выделение жидкости, поэтому, конечно, пользы в этом мало. Если человек болеет, лучше вылечиться два дня не бегать и потом бегать, чем неделю побегать с температурой и потом два месяца лежать с какими-то осложнениями. Ну, то есть такой прямой связи это нагнетает, да? Ну, прямое что? Ну, во-первых, трудно просто дышать. Даже не бегая, трудно дышать, когда нос заложен. Второй вопрос здесь же. Это анемия, вот, недостаток железа, да. И вот ногу у кого там диагностируют? Очень, да. А почему возник такой вопрос?
Ну, потому что бывали случаи, когда человек сдавал анализы. Да, и... вообще анемия – это очень большая проблема. Сегодня мы анемии уделяем огромное внимание. Анемия и концентрация железа. Да, анемия, железо... поясните, это что? Анемия, ан, по-латински это, нет, по-гречески это отсутствие чего-то, неважно. Эмия, эм – это кровь. Анемия – это малокровие, грубо говоря. Не белокровие, чем иногда называют там, лейкозы, а это малокровие. То есть у человека низкая концентрация гемоглобина. У мужчины в норме гемоглобин 130-160 концентрация, у женщин чуть-чуть поменьше, там 120-150, скажем так. Но можно считать, что 120 для всех это нижняя граница нормы. В каких-то ситуациях гемоглобин снижается. Для того, чтобы гемоглобин снижался, нужно, может быть, несколько причин. Первое, если человек употребляет мало железа, потому что гемоглобин состоит из, он включает в себя большое количество железа. Первое, если человек не употребляет железо. Кто не употребляет железо? Например, вегетарианцы. Они не потребляют железо. Железо в основном это мясо. Железо есть в каких-то крупах. В гречневой крупе, например, много железа. Там, в яблоках. А? В гранате, да. Все, что имеет красный цвет, железо это красное. Там обычно много железа. Но может быть ситуация, когда человек либо не употребляет железо, либо у него нарушен процесс всасывания железа в кишечнике. Допустим, у него гастрит, да, и нарушение всасывания железа. То есть первое, это все можно объединить в группу нарушения поступления железа в организм. Соответственно, у человека будет анемия, она называется железодефицитная анемия. Прямо вот есть такой медицинский термин. Вторая ситуация, когда эта кровь куда-то девается. Это гораздо более серьезно. Это может быть видимое кровотечение. Например, у человека часто идет кровь из носа, либо у человека геморрой и геморроидальное кровотечение. И даже одна капля потерянной крови в день может через несколько месяцев приводить к тяжелой анемии, тяжелому железодефициту. Но там, извините, геморрой, либо носовое кровотечение, оно видно. Но часто бывает скрытое кровотечение. Допустим, скрытая язва желудка, которая потихоньку подкрадывает, об этом никто не знает. Массивное язвенное кровотечение проявляется черным стулом, там, рвота и так далее. А если там по капельке капает, или из тонкого кишечника, из дивертикула, то человек может не знать. И было бы все не так плохо, но чаще всего кровоточит, конечно, злокачественная опухоль желудочно-кишечного тракта. Поэтому как только у человека анемия без видимых причин, мы начинаем искать онкологическое заболевание. То есть первое – это нарушение поступления железа. Второе – это когда куда-то девается кровь. Третье – это когда разрушаются эритроциты. Например, у человека врожденный порок сердца, у него сброс, то есть дырочка в сердце там, где ее не должно быть. Либо у человека стоит, например, протез клапана сердца. Либо в России почти этого не встречаете. Вы не встретите, за границей их очень много, люди, у которых искусственное сердце. Стоит такой насос, который качает кровь, и из него выходит из живота обычно, либо за ухом два провода, и он втыкает их в розетку и таким образом живет, образно говоря. Да? За границей таких людей очень много. Эти люди играют в футбол, они играют в гольф, они катаются на лыжах и так далее, и так далее. Искусственный лев желудочек. Так вот, все эти искусственные устройства, которые качают кровь, они разрушают эритроциты, соответственно, может тоже возникать анемия. Механически, да, это гемолиз, да. И четвертая ситуация, тоже очень плохая, это заболевание костного мозга. Это злокачественные опухоли, которые подавляют синтез гемоглобина в костном мозге, это лейкозы, миелофиброз, ну там, не дай бог, это куча заболеваний, когда костный мозг не может синтезировать из железа гемоглобин. То есть вот четыре причины анемии. Значит, но бывает гораздо чаще ситуация, когда у человека, да, еще часто, кстати, причина кровопотери – это менструальное кровотечение у женщин. Если женщина теряет много крови, то это может приводить к тоже к выраженной анемии. Значит, гораздо чаще встречается ситуация, когда у человека пограничная концентрация гемоглобина 120-125, и при этом вроде бы анемии нет формально, но он слабый какой-то, подавленный. Анемия вызывает много других проявлений. Это сухость кожи, выпадение волос, плохой вкус во рту. Много других проявлений у анемии. Слабость, сонливость, заторможенность, низкая трудоспособность. Но мы определяем концентрацию железа, и концентрация железа очень маленькая.
То есть железо нужно не только для того, чтобы синтезировать гемоглобин, но еще для того, чтобы этот гемоглобин потом утилизировался в тканях. И а в первую очередь, это гемосидероз. Это есть такие болезни, когда железо откладывается во всем организме. Это врожденные заболевания. Порфирия, гемосидерозы. Но, а? Да, да, есть состояние медицинское, называется Iron Man. Это обычно психологически. Вот. Но я к чему говорю? Поэтому мы сегодня очень сильно расширили показания к применению препаратов железа у пациентов с пограничным гемоглобином и с низким уровнем железа крови. Но анемия – очень важный фактор, очень часто сегодня встречается из-за нарушений диеты. Многие препараты, которые мы принимаем, они блокируют всасывание железа, ну и так далее, и так далее. Естественно, если у человека анемия, значит, анемия – это мало гемоглобина, соответственно, мало крови и кислорода, мало кислорода доставляется к тканям. Все очень просто. И организм должен это как-то компенсировать. Как мы можем это компенсировать? Тахикардией, частым пульсом. Соответственно, анемия, как часто мы можем ее заподозрить? Если у человека частый пульс без видимой причины, может быть уверен, что у него анемия. Естественно, анемия он нагрузку выполнять не может, потому что у него нет гемоглобина. И плюс у него пульс тут же поскакивает. В общем, вот такая лекция по анемии. Может быть, в анемии, да. Значит, и каким образом можно с помощью жидкости и либо питания максимально быстро восстановить организм после тренировки? По поводу питания, перед интенсивной физической нагрузкой лучше много не есть, потому что любая еда, которая находится в желудке или в желудочно-кишечном тракте, она там переваривается. Чтобы перевариваться и всосаться, это тоже очень энергозатратный процесс. Кровь отливает от всех органов, в том числе и от мышц, она идет в желудочно-кишечный тракт. Поэтому насытый желудок бегать плохо, потому что, во-первых, тяжело, он давит на сердце, на диафрагму, и, во-вторых, потому что он забирает много крови, и, соответственно, меньше крови остается мышцам, сердцу, головному мозгу и так далее. Поэтому наедаться перед физической нагрузкой не надо никак. Вот, ну, какой-то перекус можно сделать. Но вы в говорили плане... по поводу калия, банан. Да, ну, банан, да. Но, нет, все равно, понимаете, калий в организме не задерживается. Даже если вы съедите 5 килограмм бананов, все равно у вас не будет калий там 6. У вас будет калий просто... Калий должен быть от 3,5 до 5,5 миллимоль на литр. То есть про запас не нужно... Калий нет. Вот сахар можно про запас, а калий нет. Сахар в гликогене. Сейчас. Это касается еды. Касательно питья, сколько бы вы ни выпили, значит, лишнее либо выйдет с потом, либо идет в мочевой пузырь. Просто вам... Надо будет чаще остановиться, чтобы сходить в туалет. Вот, собственно, и все. А по жидкости лучше, конечно, не пить никакую газировку любую, ни боржоми, ни кока-колу, потому что будет газообразование в желудке, это будет давить на диафрагму, на легкие, на сердце. Вам будет труднее бежать. Вот. И лучше не пить особо очень сладкие какие-то напитки. Вот. А так воду обычную, без газа, любую, в принципе. Еще очень важный момент. Точно... Что не рекомендуется, это пить холодные напитки во время нагрузки. То есть не пить что-то из холодильника. Потому что вы пьете что-то холодное, вызывает спазм сосудов всех, холод вызывает спазм, и это не всасывается. То есть считайте, вы не выпили. Для того, чтобы эта вода быстро всосалась, попала в организм, перешла в кровь и вам помогла, надо пить ну или комнатной температуры, или там температуры тела, грубо говоря. Ну температура тела сложно, 36 градусов, но... Ну, в общем, не охлажденные напитки. Охлажденные напитки очень плохо всасываются, и от них пользы мало. Симона, как вы смотрите на то, чтобы сделать вторую серию? Да.